Ancient Operation. Калдор. Давным-давно один великий маг был навечно заточен в ледяную глыбу. Долгие века он провел в невыносимой тоске, пока не был найден приспешниками короля Лича. Согласившись выполнять его условия, древняя душа была возрождена. Но она уже не знала, кто друг, а кто враг. Она знала лишь жгучую боль. Тело его уже не могло что-либо делать, и тогда душа приняла единственную известную ей форму — форму льда. Теперь он Ancient Operation — существо, способное управлять потоками холода и подчинять себе штормы льда на любом расстоянии. Ой, хорошо, вкусненький. Эх, я сейчас закину сюда. Красота, чисто на вставочку. Ой, лаги пошли. Да что ж такое-то, стоп, пожалуйста, дайте выиграть. Я очень хочу эту игру выиграть. Попадаю? Ох, как хорошо. Просто, просто отличный ультимейт. МХ, говорит. Да какой я МХ, господи, на канале увидишь свой видос. Тарян, говорит. 5 минут назад. Я твою маму, ты конченый МХшник, а сейчас сорян, бро. Понимаю. Вот она радость, да? Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксонас, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы его будем разбирать, конечно же, вот эти спонсоры, друзья, спасибо, что поддержите, что двигаете мой YouTube канал, что смотрите контент намного раньше и, конечно же, знаете немножечко больше. Друзья, не забывайте про спонсорку, она также в активе, конечно же, кому что-то нужно, смотрите, выбирайте, подключайте. Ну и что ж, ребятки, низкий поклон, спасибо вам, что помогаете развиваться. И сегодня у нас, так как новый гайд, конечно же, интересный персонаж у нас сегодня на гайде. Калдор, Ancient Operation, вот такой вот персонажик у нас. Если честно, очень сильный герой и очень интересный, апнутый и метовый персонаж 85-й карты. Почему? Я сегодня на теории расскажу. Ребятки, также я расскажу, как работают у нас способности и как они, конечно же, называются. Первая способность — Cold Feet, вторая у нас Ice Vortex, третья — Chilling Touch и четвертая — это у нас Ice Blast. Герой очень недооцененный на этой карте и, конечно же, как я уже говорил ранее, апнутый. Сейчас мы это и будем разбирать. Пожелаю, ребятки, всем приятного просмотра, не скипайте теорию, чтобы знать намного больше. Ну и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Cold Feet. Cold Feet — очень интересная и сильная способность. Она наносит урон, она накладывает такую печать, от которой, если вы не отойдете, то вы заморозитесь, соответственно, уйдете в стан. И это на самом деле неприятный спелл, который заставит оппонента постоянно двигаться. Либо, если он не захочет двигаться, конечно же, улететь в стан. Сейчас вам расскажу, как работает эта способность. Какие у нее КДшки, конечно же, какой дамаг. Ну и что ж, поехали. Смотрите, Cold Feet. Код Hotkey у нас C, Hotkey C. Прокачали мы данную способность. Дальность применения у этой способности в зависимости от уровня прокачки возрастает. Да, если честно, я даже сам не знал, я не особо задрачивал никогда аппараты. Я играл на нем где-то в ранних картах, когда еще у него были такие же способности, но ультимейт КД шелся 25 секунд, по-моему, можно было по КД закидывать, но не суть. И, короче, дальность применения у нас определенная, ее мы будем затрагивать чуть-чуть позже. Ну, образно, первый левел давайте там 700, дальность применения 700, а потом уже разберем, доберем эту тему. Смотрите, применяется у нас вот так вот на оппонента вот такая штука, и вот тут остается печать. Проходит определенное время, идут тики, которые наносят урон. И если персонаж не отходит от этой печати на расстоянии 740 единиц, то он, соответственно, замораживается. Выглядит это примерно так. Но эту тему можно разорвать. Вы отходите от расстояния, соответственно, чем раньше вы выйдете, тем быстрее вам перестанет наноситься урон. И тем маловероятнее, что вы застанетесь именно здесь, близ этой печати. Вот такая вот у нас способность, ребятки. Все очень просто в применении. Нажимаете, если оппонент успевает выйти отсюда с этого радиуса 740 единиц, то, соответственно, не наложится ему стан. Ну и давайте сейчас сделаем такую тему, сразу, чтобы вы понимали. Итем, да, г, минус итем, 21. То есть, допустим, это может быть такая ситуация. Парню кидают вот так вот штуку, и он успевает отблинковаться. Так как действие Cold Feet'а еще не нанесло урона, соответственно, вы можете отблинковаться. Тем самым вы полностью убираете эту способность. То есть, не нанесется вам урон, который в целом наносится постоянно. Ну и вы спокойно ее закайдите, эту способность. То есть, вот такая вот приколюха. Ну и что ж, давайте теперь
разбираться по уровням прокачки. Что ж у нас тут есть? Надеюсь, вы поняли, о чем контора вообще. 4 секунды у нас длительность применения колдфита, 740 расстояние от печати, которое нужно преодолеть для того, чтобы сбить этот колдфит. Ну, а остальные фишки, которые позволят вам в целом избежать колдфит, я вам расскажу чуть позже. Давайте разберем табличку. Выезжает у нас табличечка, друзья, смотрите. Анимация, это нам не нужно. Дальность применения 700, 800, 900 и 1000. На ласт уровне 1000 дальность применения. Но это, блин, реально очень жестко, потому что 1000 дальность применения, это реально очень круто, потому что в драке, как правило, аппарат держится очень далеко от команды, чтобы воспользоваться хорошим, так сказать, ультимейтом, чтобы можно было закинуть и на большую ауешку всех продамажить. Но не суть, это будем также разбирать дальше. Смотрите, дистанция разрыва 740, это та самая дистанция, благодаря которой вы можете либо наложить эту печать, либо нет, то есть наложить колдфит или нет, то есть 740 превысили, разбили колдфит, не превысили, заморозились, все, это так и работает. Периодический урон 37, 50, 62 и 75, это тот урон, который будет наноситься по тикову в течение этих 4 секунд. Обратите внимание, когда я кастую, 1, 2, 3, 4, опа, и все, и персонаж замораживается. Пятый у нас уже идет наложением стана. Вот такая вот у нас приколюха. Поэтому каждый этот тик наносит, в зависимости от уровня прокачки, определенное количество урона. Это нужно также знать. Теперь длительность урона 4 секунды. Это мы только что разобрали. И длительность оглушения 1.25, 2, 2.75 и 3.5 секунды стана. Круто, это реально круто. Монокост 150 единиц маны и перезарядка 15, 13, 11 и 9 секунд. Каждые 9 секунд вы сможете накидывать на оппонента колдфит и тем самым раздражать и напрягать в драке. В целом, не говоря уже о том, как можно это на лайнинге юзать под крипа. Персонаж хочет пойти залхитить крипа, вы можете просто спокойно накинуть колдфит. И, конечно же, не дать ему этого крипа залхитить. Либо он его залхитит и заморозится, либо просто продамажится и отбежит, но не получит стан. Так что вот такая вот тема. Следующее, что у нас есть, блокируется иммунитетом всяких заклинаний и, конечно же, линочка. Давайте это все проверять. Образно накидываем вот здесь вот, смотрите, оп, залетела в линку, линка сбилась, все хорошо. Теперь накидываем еще раз. Нажимаем на себя диффуз и снимаем полностью колдфит. Да, колдфит очень легко диспелится. То есть можно там юлом попробовать. Давайте сделаем итем еулс. Смотрите, минус итем еулы. Итем юл, хорошо. То есть получается как? Я закидываю и оппонент нажимает на себя еул. Раньше эта тема работала так, что можно было под еул вот этот заморозиться. То есть неважно, твой сейчас еул, чужой еул, да. То есть раньше можно было так заморозиться. Давайте здесь итем еул сделаем тоже. То есть раньше, помню, комбинили всегда первый спелл с юлом. И это до сих пор должно работать. Но на 85-й карте, конечно же, все не так просто. Вот так вот закинули, да? И что у нас получается? Смотрите, наш юл дальше продолжает работать. И при этом после юла он опускается и замораживается. Сразу главное это сделать. Это сейчас работает. Но с вражеским юлом это уже не работает. Если честно, я сам недавно только об этом уже узнал, что все-таки переделали на 85-й карте эту тему. И теперь, когда оппонент... Вражеский оппонент, да, когда оппонент, вражина, когда наша, берет, кидает на себя юл, он просто диспелит с себя колдфит. Так что вот такая вот тема. Вот, я не знаю, как с этим быть теперь. То есть, я когда когда практику писал, если честно, постоянно думал, что оппонент должен замораживаться, но он почему-то не замораживался. То есть, наш юл работает, а... Юл, конечно же, оппонента не работает. То есть вот такая вот у нас тема. Несколько вот таких вот тестиков проведем, чтобы вы понимали, что это уже не работает, если оппонент это юзает. Понимаете, какая тема? Понимаете. Что ж, ну в принципе, что еще можно тут добавить по этой способности? В принципе, более нечего добавлять. Способность очень хорошая. Поехали на некстовую способность, разбирать ее. Тут, в принципе, все уже поняли. Поехали. Итак, друзья, следующая способность в нашем персонаже это Ice Vortex. Очень интересная способность. На огромное расстояние можете ставить определенную ауешку, которая дает замедление и снимает магический резист. При этом мало кдшится и вносит очень много импакта. И имеет некоторые специфики, о которых я вам сегодня поведаю. Смотрите. Хоткей у нас Е, прокачали данную способность. Дальность применения 1500. Вот сюда иди.
Вот так вот, смотри. 1500. Вот такая вот у нас тут маленькая появляется какая-то штука. Она дает постоянную ауру. В радиусе 275 единиц аксло. Вот такой вот у нас небольшой радиус. Это у нас способность будет вот здесь вот работать как аура и замедлять оппонентов, все, кто будет находиться рядом с этим Ice Vortex. Замедлять и снимать резист. Наглядно, что такое резист, я сейчас покажу образно. Этот дамаг запомните. И сейчас я вам покажу, как нанесется урон с Ice Vortex. Вот это называется сопротивление, да, то есть снятие магического резиста. То есть если тут прокарало вот так, то тут покарало именно вот так. То есть это нужно вам, ребятки, запомнить. Следующий момент, какой у нас тут есть. Маленькие КД и приятные монокосты. Да, это мы по табличке будем разбирать. В целом, Ice Vortex также еще дает у нас Vision. Стоит он определенное, естественно, время. 16 секунд у нас стоит Ice Vortex. Vision дает у нас. Сейчас вам покажу вот такую тему. Смотрите, Vision, который дает нам Ice Vortex. Образно закидываем вот так. И в радиусе, в таком небольшом, маленький радиус, вы видите все, что тут происходит. То есть, смотрите, вот так вот, такие передвижения. И этой темой можно пользоваться в игре. И некоторые ребята не знают, что Ice Vortex дает Vision. Немножко Vision, но дает, ребятки. Так что запоминайте. Это очень важно, чтобы вас не называли МХшниками. Чтобы вас не называли МХшниками. Следующее, что у нас есть. В принципе, тут всю эту тему рассказали. После того, как разберем табличку, мы перейдем к некоторым тестам. И я вас немного поудивляю. Поехали. Табличечка выезжает и смотрим, что у нас тут есть. Дальность применения 1500. Это я уже говорил. Радиус у нас Ice Vortex 275. Теперь полевельная составляющая замедло. И, конечно же, снятие магического сопротивления. Поехали. Замедление скорости передвижения 15, 20, 25 и 30. На ласт уровне 30. Немного, да? Но все равно, как бы, аурой куда-то закинуть в каком-то узеньком проходе, образно сюда, все равно персонаж вынужден будет замедлиться и получить магическое сопротивление в минус. И, соответственно, быть немного уязвимее к магическим атакам. Следующее. Снижение сопротивления магии. 15, 20, 25 и 30%. На 30% персонаж будет чувствовать магию больше. Это жестко. Длительность задержки ауры 0,5 секунд. То есть, когда вы заходите в нее, через 0,5 секунд только накинется вот этот дебаф ауры замедления и снижения магических сопротивлений. Следующее у нас. Длительность 16 секунд. Каждый Ice Vortex будет стоять 16 секунд. При этом эти Ice Vortex, они не стакаются, но... Они работают как бы каждый сам по себе. То есть вот этот работает отдельно, этот отдельно. То есть если вы, вот видите, просто я даже перехожу из них, оно иногда моргает. То есть я выхожу из одного ешки, захожу в другую. То есть они не стакаются, это отдельный вид. То есть каждый из Ice Vortex это отдельная такая, можно сказать, аура, которая... Постоянно будет перебавиться в случае, если вы переходите с одной ауры в другую. То есть эту тему тоже нужно знать. Теперь монокост 80, 90, 100, 110 маны, перезарядка 4 секунды. Очень приятная перезарядочка. Конечно же, вы можете наспамливать вортекса. Образно драка начинается, туда Магнус прыгает, вы туда Ice Vortex ставите, и Сеф туда прыгает, дает ультимейт и... Все, и испарились, пацаны. Вот такая вот контора. При этом 1500 расстояния не стоит забывать. Вот так вот, ребятки. Теперь, что ж, по табличке мы разобрались. Табличка у нас испарилась. Ее больше нет. Хорошо. Что нам нужно знать еще по Ice Vortex? У Ice Vortex очень интересная специфика. Мало того, что я уже показал в начале насчет магических резистов. Следующее, что у нас есть. Естественно, эта тема на БКБ не работает. Смотрите, то есть если мы вот так заходим, все работает. Если мы заходим в БКБ, то не работает. Но есть одно но. Если вы образно вы, но герой, смотрите... Были уже в Ice Vortex, зашли, нажали БКБ, вышли, то только тогда собьется Ice Vortex. Если вы уже были в БКБ, то Ice Vortex продолжает висеть, он не диспелится. Как я уже говорил, он не диспелится. То есть вот эту контору нужно знать. Если вы думаете, что вы БКБ, хоть тут снимите таур, видите, вы замедлены все равно. Оп, вышли, порвали, заходим. Теперь не работало до того, как момент, до того момента не работало, пока БКБ-ха не спала. То есть это нужно знать. Соответственно, Ice Vortex, если уже был накинут, то вы его не закинете БКБ-хой.
В принципе, вот такая приколюха. Более тут нам, в принципе, больше нечего рассказывать. Длительность, вы поняли, замедление, магические резисты, колдауны, дальность применения и все, ребятки. Наземный радиус 200 единиц в АОЕшке я тоже показал. Это можно, если что, пересмотреть в начале. Поехали на следующую способность. Следующая способность на нашем персонаже, ребята, это Chilling Touch. Данная способность очень специфична, и сейчас мы ее будем разбирать. Hot Chaos G. Дальность применения этой способности 800 единиц, радиус 525. И что она у нас делает? Данная способность бафает союзников в радиусе и вас самих, даже независимо от того, зашли ли вы в радиус на аппарате или нет. Бафает на улучшение обычных ваших атак плюс к бонусному магическому урону. Что это может значить? Я, если честно, сам не понял, что сказал. Короче, улучшает ваши обычные атаки, при этом каждая ваша атака будет наносить дополнительный бонусный урон, магический. И, соответственно, его можно будет еще и увеличить с помощью Ice Vortex. Так что это нужно знать. По уровням прокачки у нас тут определенное количество ударов доступно будет. И определенное количество урона. Урон с уровнем прокачки за один удар у нас будут возрастать. Эти уроны. Этот урон будет возрастать. Длительность этой способности 30 секунд. В случае, если вы не выкинули эти все атаки. Для того, чтобы раздамажить очень сильно, через 30 секунд у вас пропадет эта способность. Ну и, конечно же, самый главный минус этой способности — это то, что эта способность замедляет скорость атаки у союзников, на которых действует Chilling Touch, на 20%. Это реально очень много. Сейчас я это продемонстрирую. Вот у нас тут есть Урса. Запомните, как он атакует. Смотрите, раз, два, три. Он нанес 3 тычки. Теперь я пробафаю его. При этом есть такой прекрасный эффект. Просто как же я кайфую с этого эффекта. Я аж всплакнул. Смотрите, какой классный эффект. Этот эффект сигнализирует о том, что на вас наложен Chilling Touch. И теперь давайте проверять скорость атаки. Раз. Два. Три. Заметно, да, медленнее начинает атаковать? Реально заметно медленнее начинает атаковать. Если кто еще не понял, бьем сейчас без бафа. Раз, два, три. А сейчас с бафом. Раз, два, три. То есть получается почти, ну, в какой-то процент, в любом случае медленнее бьете. И, конечно же, это очень сильно напрягает. Самое классное, что есть у этой способности, это то, что эта способность отлично подходит тем персонажам, которые очень быстро бьют. Образно, это Урса у нас может быть. У Урсы бонус 400% скорости атаки. Ему все равно, он все равно с Chilling Touch'ем будет бить очень быстро. Это реально очень хорошо. Как считается у нас Chilling Touch? Chilling Touch у нас не будет скидываться, если вы не попали по цели. Образно, то есть, если там есть и Васион, если есть какие-то еще дополнительные промахи на вас, ослепление накинули. Пока тычка не достигнет своего владельца, своего оппонента под обычными атаками, она не упадет. Либо если не закончится в течение 30 секунд. Вот это нужно знать. Следующее, что у нас тут есть. По уровням прокачки я вам уже, в принципе, сказал, как сбивается дополнительно для понимания Chilling Touch. Chilling Touch сбивается только в том случае, если вы либо бьете крипов, либо заканчивается длительность Chilling Touch'а, а она у нас составляет 30 секунд. Либо если вы бьете героев. Как она не сбивается? Она не сбивается от товаров и вардов. Это нужно знать. Почему, спросите вы? Потому что неопытные аппараты всегда мешают ломать хайграунд намного быстрее. Chilling Touch забирает скорость атаки на 20%. И поэтому перед хайграундом желательно не бафать. Пробафать лучше в драке. В драке вы в любом случае будете атаковать оппонентов, и только тогда вы будете применять Chilling Touch правильно. Перед пушем никогда, никогда, запомните, не бафайте Chilling Touch перед пушем, иначе вы будете пушить намного медленнее. Вот так вот. Следующее, что нам нужно знать. Выезжает табличечка, ребятки. Вот сюда она прикрепилась у нас. Смотрите, дальность применения 800, радиус 525. Этот радиус у нас, соответственно, позволяет понимать, в какое АОЕ у нас тут кто куда может войти и, соответственно, пробафать на хорошем расстоянии. Следующее у нас что есть? Количество атак. 3, 4, 5 и 6. Это количество атак позволит улучшить ваши атаки и наносить магический урон. К слову, урон за атаку 50, 60, 70 и 80 урона на ласт уровне. 6 тычек
по 80 урона. Нанесут 480 магического урона. То есть, если это Урса, вы накидываете на него, он бафается. Раз, два, три, четыре, пять, там и так далее. И поехали. И, соответственно, он нанесет Урса еще дополнительно 480 урона с Chilling Touch. Независимо, ну, независимо, не думая о том даже, что он еще там еще и с руки сколько нанесет. То есть, эту тему реально очень полезно бафать на тех героев, которые имеют хорошую скорость атаки. Да и в целом, в принципе, способность полезна, все равно есть от нее импакт. Тычки хоть и тяжелые в начальной стадии, да и в лейте тоже, но они вносят определенное количество импакта в любом случае. Следующее. Калдаун у нас есть тут и монокост. Монокост 110, 120, 130, 140 единиц. Перезарядка 50, 42, 34 и 26. 26 секунд кдшится эта способность. Chilling Touch у нас не стакается. Стакается эффект на Chilling Touch. То есть, если вы бафаете аппарата, вот смотрите, я бафаю сейчас аппарата, обратите внимание на эффект. Эффект жирнее, жирнее, жирнее становится. Это просто эффект. Вы не улучшаете свои вот эти атаки, то есть циферки вот эти, которые сигнализируют о том, что вы внесли эти 50 на первом левеле 50 магического дополнительного урона, они сигнализируют об этом. То есть вы уже, наверное, обратили внимание, но я не акцентировал на этом внимание, потому что я был занят другими рассказами. Но теперь я это сказал, и теперь вы в курсе. Что ж, и, соответственно, не стакается Chilling Touch, и вот такая вот у нас больная тема. Но стакается эффект, не знаю, зачем это сделано, но, видимо, и так надо. Самое кайфовое, что этот Chilling Touch, он даже не диспелится, смотрите, диффуз. Диффуз не задиспелил Chilling Touch, и он дальше продолжает работать. То есть только по окончании длительности или по нанесению всех тычек вы сможете это сделать. Но и улом, как вы видите, вроде нет, не скинулось. Да, эффект скинулся, но продолжает. То есть частично скидывается, скидывается эффект, но не скидывается сам Chilling Touch. То есть у нас накидан этот баф, и, соответственно, это говорит о том, что не скидывается. Я, если честно, не знал, что Юлом он не скинется. Я сначала подумал, что скинулось, но нет, не скидывается все равно. И это запоминайте. Это очень-очень важно. Что ж, в принципе, по этой способности, я думаю, вы поняли, на БКБшных юнитов эта способность не работает. То есть, если персонаж находится в БКБ, и Урса его начинает атаковать, циферки вылетают, но бонусный урон с Chilling Touch вы не будете наносить. Вы скинете Chilling Touch, не нанеся урона оппоненту. Ну и, соответственно, дальше потом будете бить быстрее. Если честно, Chilling Touch для меня это такая сомнительная способность, но в целом прикольная. Мне нравится. Пойдет так. На троечку с плюсом, но пойдет. Вот так раздамаживать можно. Как бафается у нас Chilling Touch? Как я уже говорил ранее, Chilling Touch бафается независимо от того, попадает ли аппарат у нас в эту ауру. Вот не в ауру, а в этот радиус. То есть, если вы хотите пробафать вот этих двух урс, вот так вот, то все равно, не попадая в ауешку, вы себя также пробафаете. Это тоже нужно знать, ребят. Следующее, что у нас есть. Иллюзии не бафаются от Chilling Touch. Бафаются только настоящий персонаж. И этим самым вы можете спалить вашего иллюзиониста. Образно, может это Нага, может это Фантом Лансер, может это Манту просто кто-то нажал, и все, и вы спалили, и вы рак, и вы все в бане, и вас кикнули с игры, и написали репорт, и пацанов тех забанили, которых кикнули. Так что вот такое, ребятки, у нас вот такая способность. На мипа это также работает, на основного только бафается, других мипарей не бафается. Ну и в принципе все, погнали на следующую способность. Следующая способность у нас Ice Blast, и, конечно же, сейчас я вам расскажу, как она у нас работает. Поехали. Что ж, друзья, теперь самая интересная и самая важная способность на нашем персонаже. Это Ice Blast. Ice Blast — это одна из сильнейших кнопок в доте, которая у нас вообще в целом существует по способностям. И эта способность у нас является на данный момент именно метовой способностью 85-й карты на уровне с кнопками Виномансера, а именно с его ультимейтом. Также Ice Blast у нас является способностью, которая никак не диспелится. Единственное, что игнорирует Ice Blast, это, конечно же, у нас Thunder Terrorblade. Никакой хил, никакие какие-то подхилы там, не знаю. Ну, ничего вас не спасет от Ice Blast. Нет, ни Манта, ни Йул, ни Диффуз. Если в 83-й карте Ice Blast это кусок какахи,
то на 85-й карте это серьезное орудие уничтожения оппонентов. Эта способность никак не диспелится, и сейчас мы будем ее разбирать. Окей, поехали. Хоткей у нас степ, прокачали айсбласт. Что у нас в целом такое айсбласт? Айсбласт у нас работает в два применения и наносит у нас два урона, а именно инициал и ДПС. По применению закидываете и отменяете. Отменяете дальность полета. Как у нас это все работает, сейчас мы также разберем. Смотрите, хоткей у нас Т. Вы указываете в любую часть карты. Да, у нас глобальное применение. В любую часть карты, куда хотите закинуть этот ультимейт. Давайте сюда. Из аппарата вылетает такая тема, которая дает вижен. Для того, чтобы ее остановить, вы должны нажать снова Т. И после этого аппарат мгновенно откидывает туда снаряд, который нанесет по приземлению, по взрыву, нанесет у нас определенный урон, инициаловый, сразу фиксированный, и потом заразит юнитов, оппонентов конкретно из героев, заразит на дебаф, который убивает периодически и может убить, если у оппонента опустится хп ниже, чем определенное количество по уровням прокачки. Это мы также разберем и дополнительно еще обсудим. Надеюсь, вы поняли, как это работает. Образно, можно вот так вот закинуть, типа, чтобы он кидал на колодец. И это не ченнелинг, вы можете двигаться. И когда вам надо, нажимаете хоткей Т снова. И он откидывает ультимейт. При этом ультимейт становится видно по всей карте, как он летит, и в целом его видно вот так вот, даже когда он вот так вот закидывается, его видно, вот сейчас видно, когда он летит, и когда он подлетает, вы можете спокойно его попытаться откатить. Ультимейт, как вы заметили, он чем дальше направлен, тем быстрее начинает лететь, именно конечное вот это действие, то есть, смотрите, вот так вот, вот эту вот штучку видно, кстати, когда у вас есть какой-то гем в центре, вы можете увидеть вот этот начальный снаряд, так образно, давайте называть это начальный снаряд, который сигнализирует о том, куда полетит у нас Ice Blast. Вот эту вот волну видно, вот эта, которая летит, ее видно только под гемом. Под гемом. Или под центрями, либо под товарами. Ее видно, это запомните. Вторую волну, вот эту вот волну, когда он уже кидает, ее видно всем, независимо, есть ли у вас гем, есть ли у вас вижен какой-то или нет. Вторую волну видно, первую не видно. Первую только под трусайтами. Запомните, если есть МХшники, они сразу на этом палятся. Они сразу начинают кайтить, там отходить. Увидели, что вот эта тема прилетает, и сразу начинают отходить, зная, что сейчас туда прилетит айсбласт. Так что не забывайте. Следующее, что нам нужно знать. По вижену я сказал, по глобалочке сказал, по хоткеям сказал, как отменять. Теперь мы будем разбирать процентовки и длительность этого ультимейта. Длительность у нас, конечно же, разная по длительности ДПСа. То есть сейчас будем разбирать ДПС и добивание в зависимости от процента здоровья. Давайте напишем ECED от Пиопли, чтобы немного не напрягал Vision, и начнем разбирать. Смотрите, по уровням прокачки у нас тут все просто. У нас тут есть инициал дэмэдж, есть процентовочка и есть, конечно же, ДПС. ДПС тут не показан. И это огромный минус. Почему в Доте не могут писать ДПС и прочие всякие моменты, я не понимаю. Ведь это очень важно, очень важно. Поэтому сейчас я выведу табличку. Выезжает табличка и смотрите. Дальность применения глобальная. Радиус снаряда 275. Это начальный радиус, который образно вы закидываете в упор. То есть вот так вот юниты стоят, вот оппоненты, вернее, давайте называть их оппоненты. И, соответственно, минимальный радиус у нас будет составлять 275. Минимальный радиус 275. Окей, разобрали. Теперь максимальный радиус 1000. В зависимости от того, на какое расстояние вы кидаете свой ультимейт, ваш радиус будет возрастать. То есть, чем дальше вы стоите, тем больше будет радиус вот этот обхвата. И, соответственно, вы сможете заразить намного больше оппонентов, нежели чем вы бы кидали в упор. Поэтому аппарату, конечно же, важно на огромное расстояние, так сказать, от команды стоять и закидывать. И вот такие там АОЕхи выдавать очень большие и наносить очень много урона. Это следующий момент. Теперь другой момент. Урон от взрыва. Урон от взрыва — это инициал дэмэдж, который вы мгновенно наносите, если попадаете айсбластом в оппонента. Это тоже нужно знать. Смотрите, 250, 350 и 450 инициал урона. То есть это сразу урон, который нанесется мгновенно.
Теперь, следующий момент. Периодический урон. Очень важно акцентировать здесь внимание. 12,5, 20 и 32. Периодический урон. Здесь по периодичкам не написано. То есть на ласт уровне 32 урона периодического вы будете наносить. При этом весь Ice Blast чем еще хвалится? Тем, что он отключает все регены. То есть по 32 хп ДПСом вас будет уходить. И вы также еще не будете давать оппоненту хилиться там под хилками, там под какими-то, может, дополнительными способностями, под артефактами вы не хилитесь. То есть у вас идет эти по 30, они как прям как молотком по голове, понимаете? Вот и по 30, по 30, по 30, и они реально ощутимы, потому что нету никаких регенов. Казалось бы, маленький ДПС, но ощутимо. Теперь, процент здоровья для убийства. Аппарат имеет специфику. Когда у оппонента лоу хп, то Ice Blast может добить оппонента. В случае, если у него здоровье упало ниже, чем, внимание, первый уровень 10%, второй 11% и третий 12%. Ниже, чем 12%. То есть, если у вас 1000 хп, у вас хп падают меньше, чем 100, и вы сразу же ваншотитесь. То есть, вы сразу умираете от Ice Blast с характерным звуком. Давайте мы сейчас это покажем и поговорим о КД и прочей всякой теме. Давайте там даже, можно ультимейт даже вкачать на алхимике. Вот так вот ультимейт он нажимает, и смотрите, он не хилится, бедолага. А мы его начинаем убивать там. Убиваем, убиваем, убиваем. Хорошо, еще накидываем первый. И смотрите, оп, он лопнул. И этот тоже лопнул, видели? Он находился рядом. Если честно, не понимаю, почему он лопнул. Главная задача была протестить на этом алхимике, чтобы он лопнул. У него хп мало осталось, и он лопнул. Что может у нас отменить добивание айсбласта? Добивание айсбласта может отменить какой-нибудь крест дазла, БКБ, репелы. То есть, если вы находитесь в такой неуязвимости на таких лоу хп, то вы сможете выжить. Сможете выжить, и возможно, тики и время айсбласта закончится. К слову, время айсбласта, а именно у нас длительность его, смотрите, 8, 9 и 10 секунд. 8 секунд на первом, на втором 9, а и на третьем 10. С аганимом разберем чуть позже. То есть в течение 10 секунд вас будет бить дополнительный урон. То есть ДПС будет на вас дотка навешена, которая будет также проверять ваше количество здоровья. Следующий момент. Монокосты. 100, 125, 150, перезарядка 40 секунд. Каждые 40 секунд вы можете закидывать айсбласт, и будет у вас все хорошо. Давайте еще раз проверим вот эту тему и алхимика сюда сейчас призовем. И посмотрим, как он у нас, конечно же, будет умирать от айсбласта. Кстати, айсбласт еще может зацепить, даже если вы в него, в оппонента не попали. То есть, если вы, там, смотрите, ну, догоном пролетело, то есть, вы в него как бы не попали, но айсбласт зацепил его. Зацепил. И смотрите, сейчас алхимик лопнет, когда у него будет ниже соточки. Смотрите, 120, 111, оп, не лопнул, не хватило процентовки, но мы сейчас ее продлим, потому что ульт первого левела, смотрите, опа, 120, 110, 101, 90, и сейчас ниже 90, и все, он лопнул. То есть, вот так вот и работает добивание с ульты аппарата. Есть такой прикол, что иногда фраг не достается аппарату. Есть очень интересная механика игры, что ульт аппарата будет работать в таком щадящем режиме, и крайний, кто атакует и провоцирует на то, чтобы хитпоинты упали ниже процентовочки, он получает фраг. То есть тут актуально, конечно же, накидывать урны, там яды виномансера или обычные яды какие-то, Queen of Pain, может еще какие-то ДПСы, Radiance, возможно. И есть возможность, что именно вы добьете под ультом аппарата оппонента, который находится в такой неловкой ситуации. Так что вот такая тема. Теперь, что у нас еще есть? По КДшкам мы этой теме поговорили. И у нас тут есть еще и аганим. Аганим мы также сейчас разберем. В целом, аганим особо никаких приколюх не дает. Давайте заспауним и темп 300. И посмотрим, что у нас поменялось. Как вы видите, визуальных эффектов, к сожалению, никаких нету у нас на аппарате. Но у нас поменялась длительность ультимейта. Она сейчас стала 17 секунд. То есть ДПС теперь у нас будет идти намного дольше. Если он на третьем левеле без аганима шел 10 секунд, то сейчас будет 17. И у оппонентов теперь серьезные проблемы. В течение 17 секунд они не могут хилиться.
При этом они не могут хилиться даже и под фонтаном. Ребята, это очень важный момент. Все тут на самом деле я, наверное, не смогу рассказать. Что-то я по-любому пущу. И даже под фонтаном вы не сможете хилиться. То есть даже фонтан не работает. Даже минус R, даже сама механика игры не дает захилить. Даже не дает захилить. И посмотрите, как уходит ХП. ХП очень бодро уходит. При этом, если у вас также есть еще и рефрешер, вы можете нажать и еще раз закинуть ультимейт туда под колодец или куда вам нужно. И, конечно же, продамажить оппонентов. Так что вот такой вот грозный ульт. Самое классное, что этот ульт, но он реально, он ничем не снимается. То есть там никакие ни диффуза, ни манты, ни юла, ничего вам не поможет. БКБХа сможет вам продлить, так сказать, немного жизнь. И не забывайте, что если вы вот так ульту кидаете, но не попадаете, то вы цепляете также АУЕшка, вот это радиус снаряда 275. То есть вы им тоже цепляете. И АУЕшка вот это 275 по раздамагу. То есть это очень тоже, блин, смотрите, сколько долго еще висит ультимейт. Давайте еще раз перебафуем. Ну и они, скорее всего, вот эти... Ну все, эти юниты просто обречены. Эти герои, оппоненты, они обречены. И они сейчас просто лопнут. Лопнут и... Им, так сказать, придется отправиться на таверну. Смотрите, сейчас просто лопнут вдвоем. Опа, 90. Все, и ниже 90, и лопнут. Реально крутой ультимейт. Самое классное, что он сейчас апнутый. Апнутый тем, что он не... невозможно его задиспелить. Вот это самая главная фишка. Что ж, ребятки. Осталось у нас, в принципе, самые такие нюансные моменты, а именно скорость ультимейта там 1500 у нас, когда он вот так вот залетает туда, вот эта тема двигается со скоростью 1500, ее можно выделить, она имеет какие-то статы, но это абсолютно ни о чем не говорит. Я помню, баг был, когда можно было вот эту тему отдельно выбирать, ее прокачивать, это был такой баг. И, в принципе, все. Надеюсь, вы поняли, как работает у нас ультимейт на аппарате. Ребятки, в совокупности ультимейт вместе с взрывом может нанести 994 урона просто с аганима 994 урон. При этом этот урон, ну, почти никак нельзя скостить. То есть, если у персонажа там, ну, где-то 900-1000 хп, то вы спокойно сможете его убить просто с ультимейта. Потому что он не сможет ни зарегениться, ничего просто сделать, если вы попадаете всеми инициалками. Это реально очень-очень жестко. Также у нас под ультом аппарата очень-очень сильно страдают персонажи, которые любят армлетить. Армлет максимально жестко суицидит всех персонажей, которые... Армлет, давайте, всех персонажей, которые у нас... находится под действием айсбласта. Я вам сейчас покажу, как это работает. Смотрите, как засуицидиться быстро от айсбласта. Просто включайте, выключайте армлет. Смотрите. Включил, выключил. То есть, те хп, которые вы пытаетесь себе пополнить с помощью армлета, они вам даются в минус. То есть, они вам не даются и не дают, то есть, вам увеличить хп, и вы просто суицидитесь. Так что аккуратно. Когда на вас прилетает ульт аппарата, вы будьте реально аккуратнее с армлетом, потому что его желательно просто выключить и все. Но если у вас очень мало хп, то вы обречены. Реально, вы обречены. Вот такая вот, ребятки, у нас сегодня пояснительная бригада получилась на аппарата. Аппарат у нас сегодня был абсолютно жестко раскрыт. Абсолютно максимально мы его сегодня разобрали. Если есть какие-то определенные моменты, которые я возможно, ребятки, а я могу ошибиться, я не робот, я не уникальная машина, я такой же человек, как и вы, и я могу ошибаться. И я не уникальный какой-то человек, который может запомнить все. Я обычный парень, который делает для вас контент. Я могу что-то упустить, поэтому дополняйте гайд в описании. Ну и что ж, сегодня я для вас приготовил сочные игры, ребятки. Это первый гайд, где я вставлю очень жесткую и очень потную игру с определенным исходом. И рекомендую всем досмотреть до конца, потому что это реально будет очень потно. Ну и что ж, в принципе, на этом гайд у нас закончен, ребятки. Не забывайте про этого персонажа, он реально очень годный. Сегодня мы будем его собирать четверочкой. Один раз, возможно, пойдем на центральную, потому что аппарат это в целом всегда четверка. Никогда не пятерка. Четверка. Почему? Потому что он артефактозависимый. Не забывайте, что это метовый персонаж с сильным ультимейтом, который никак не диспелится. Не забывайте про то, как работает Chilling Touch, как работает Vortex, как работает Cold Feed. И саппортите. Ребятки, саппортите. Я вам подготовил каточки. И давайте смотреть уже. Ребятки, пожелаю всем приятного просмотра. Поехали. Спасибо всем, кто поддерживает и смотрит. Не забудьте влепить лайк, ведь я старался.
Ну что ж, начинаем со стандартной фразы, ребята. Загрузилась у нас катка. И в общем, сейчас мы будем играть на аппарате в четверке. Первый билд у нас будет из... Будет состоять, вот так будет правильно. Так, я это вырежу, да? Наверное. О, все, вырезал, хорошо. Первый билд у нас будет состоять из, конечно же, жесткости, именно плотности. Аппарат такой хлипенький герой, которого, в принципе, в него плюнешь, он умирает. Он очень уязвим аппарат против персонажей, которые имеют такой быстрый доступ до вашего героя. Там быстро добежать, там убить. У аппарата нету армора, и, в принципе, если эти недостатки все перебить, то он, в принципе, становится хорошим, сильным персонажем, который реально очень может хорошо огрызаться. Когда накидывает первый, если он проживает это время, пока первый спелл начинает колдоваться, то, соответственно, может спокойно убежать. Поэтому Транквил, Атос, далее Аганим и все остальное далее собираем. По контрпикам, конечно же, что у нас может быть по контрпикам? Аппарат, он сам по себе, я уже сказал, он хлипкий. Все, что может его убивать жестко, быстро, с прокаста, всякие сайленсы. Четвертая позиция. Пишем, ребят. Четвертая позиция. Хорошо, на четверочке побегаем. Что, соответственно, может быстро убивать этого героя, то, соответственно, будет для нас проблемой. Вот такая вот тема. Далее. По билду. По билду я рассказал, что можно сказать еще про аппарата. По контрпикам. Блин, аппарат на самом деле контрит очень многих персонажей. Такие персонажи, которые очень сильно регенятся, там жирные герои тоже, армлетеры. Очень все это сильно он контрит за счет того, что если попадает айсбластом, то это ГГ. Это ГГ. Тиника странно, что не берут, что тини уже не умеете. Понимаю. С Атосом будет очень легко убивать нам. Сможем уже сами что-то делать. Потому что, как правило, аппарата собирают такого саппорта, который, ну, ни хрена без помощи не делает. А мы будем стараться собирать его так, чтобы можно было самим что-то делать. Главное, чтобы у нас был керри еще в игре, чтобы можно было рассчитывать на дальнейшие... На дальнейший, так сказать, удачный исход игрового процесса. А не так, что, знаете, типа, играем четвером, и, к сожалению, даже кора нету. Так что вот так, надеюсь, все нормальненько будет. Интересно, ребят. Первая катка, четвертая позиция, аппарат. Поехали. Сейчас будем тушить. Тушить. Очень сильный, кстати, ап у него тут. Он апнутый герой, этот реально то, что Ice Blast теперь ничем не контрится, как я уже говорил ранее. Это просто лютая тема. Пайпом чуть подблочить сможем. Всякими БКБ-хами сможем подблочить, но очистить, к сожалению, никак. Никак. Никак не очистить. Так, Рики у нас есть. Покупаем вот так вот, покупаем вот так вот. Курочку ребятам взяли, побежали. Берем одну ветку. И ВЦ. Вот так вот. Хорошо. Отлично. Идем на топ, я на топе постою. ЕСа взяли. С ЕСом можно будет комбинировать мой стан, его стан, и будет хорошо. Так, там снайпер, БХ. БХ будет, кстати, нагнетать. Но у нас будет армор. Как правило, БХ почему убивает аппарата легко? Во-первых, аппарата армора нет. Он с бэкстеба очень сильно наносит урон. И далее просто добивает тосом. А тут будет аппарат жирный. У нас в среднем где-то к 12 минуте, если будет атос, если будет активная игра, то мы будем очень плотны. 1100 хп, это очень много на аппарате. И далее уже просто прикупая опоунт-боинт бустер, мы выходим на уровень хитпоинтов, так сказать, уже 1500. Это уже серьезный. Да можешь ты нормально сказать? Язык поправь, пожалуйста. Бла-бла-бла. Можешь ты нормально сказать? Блин, жесть. На 1500 хитпоинтов мы перетягиваемся. Соответственно, это уже левел late game. То есть, соответственно, в начальной стадии как вот? Ну, в начальной стадии 500 хп. Середина игры, там, 10-я минута, там, 900, 1200 хп. 30-я минута, 1500 примерно по вот эти, по левельно, если так обращали внимание, у всех хп растут. Потому что начинают выкачивать статы и в целом начинает игра преображаться, так сказать. Начинает идти. Ну давай, окей, кину. Чё сделал? Зачем? И монету забрали, и ФБ взяли. Бумсик какой-то умер, погиблый. Получилось. Так, Дум, Лайн будет фармить. Думчик, напишем. Думчик, фарми Лайн. Блин, у меня постоянно этот бесперебойник пищит за дверью. Не знаю, слышно его или нет. Со светом траблы, надеюсь, в этой катке не будет проблем. Угу, разминаем сразу, можно поразминать, выйти, отзонить, отзониваем оппонента, а просто автоатачим и все, и отзоним его подальше. А, Дум просто автоатачит, да? Он решил линию запушить. Ну, пойдем сейчас на отводы еще, давайте сапог возьмем. Сапог. Вкусный, вкусный крип.
Говорит, кусни. Кусня. Хорошо. Далее. Я там тоже армору фена. Армору фена. Так, забираем то, что не забрал бы Дум. Правильно, правильно. Правильно. Хорошо. Первый, второй, Максим, ребята. В принципе, с Думом на лайне можно будет поддушить. О, а чё он так скорчит, зажал? Зарегенится, что ли? Давайте чуть подамажим его. Еще и замерз. О, так это соло. Ян соло. И, а куда ты идешь на аппарате? Ну, хил надо кидать тут уже. Хил надо кидать. Хорошо, что сапог есть. Отлично. У него там только инвиз, брат, беги. У него только инвиз. Я его с руки побью. Жесть, сколько он экспы БХ теряет. Там на самом деле это жесть. Хорошо. Старт хороший очень. Очень хороший старт. Давайте пойдем пульнем. Крипов засуицидим. Очень ранний транквил у нас. Но лайн такой. Получилось, что убили фена и нормально. Нормально. Хорошо. Рано, рано ты их ведешь. Очень рано. Ой, же есть. Ой, такое я не добил тут. Дум, что-то рано начал их вести. Ладно, пойдет. Экспимся. Экспимся. Первый берем. Дум, видимо, не хочет ластхитить немного. Так. Оп, добили. Что там у нас по стикам? Давайте вот так вот сделаем. БХ, если сюда придет, можно. Кстати, будет это. Ну, в смысле, он тут в ногах у меня, это понятно. Можно подраться. С крипами еще тут. Я тут вообще жестко, двух героев в зоне. За счет того, что у меня транквил, я жирный. Плюс регенис. Ля, Дум. Что Дум творит вообще? Вы посмотрите на него. Он же лютый задрот. Всю ману в ноль только что слил. Бах просто и все. Мне эта мана не нужна, говорит. Оп, транквил я не хочу дропать, потому что тут ПХ инвизный бегает. Опа, армор крипам дает. Но мне приходится фармить, ребят, на этой линии. Дум не хочет фармить. Думу надо подсказать сейчас по Затару. Брат, типа, ну надо как бы покупать топорик-щиток на такой линии и фармить спокойно. О, добил крип, хорош. Оп. Интересно, заберу сейчас, если кнопочки нажму. Мне кажется, нет. Кажется, не заберу. Пен еще никаких кнопок не нажал. В целом. Вот так сделаем. Центричок. Хорошо. Ладау. Ладау. Хорошо. Линию пушим как можем. Пуш. Ты настоящий с такими хп. Если с такими хп, так я выхожу. Так, делаем. О, так ты решил его подхукать. Нифига себе. Лазер пошел. Лазер пошел. Я, кстати, следующий, скорее всего, в их списках. Смертников. Ой, хорош от манса. Пойдет. Не фарт, говорит. Странно. Почему это не фарт? Хотя вот здесь фарт дропнем. Не фарт, говорит. Дум, Дум, если фармишь, топорик надо брать. Возьми топорик, будешь фармить. Мне кажется, сейчас, кстати, может. Так лучше в меду, все хорошо. О, взял топорик, хорош. Все, фарми. Друг мой, сердечный. А не, мы там никак не забираем, он же улетает. Надо же как-то подумать. Как-то ж надо, брат, подумать. А, ну, не, ну так даже не получится.
меня первого нету. Ай, что ж я делаю-то, а? Ну, я не знаю. Вообще, ну стоп, пожалуйста. Он просто в ноль ману сливает и бежит. Я его не понимаю на линии. Вот как я давно не играл так, чтобы понимать вместе. Ладно, давайте просто АФК будем фармить, выбивать свои артефакты и все. Нафиг этого дума. Я, если честно, ну, пошел тупо, потому что он пошел. Это, знаете, как обычно, вот это стадное чувство. Типа, как в комментариях обычно пишут. А, ясно, ты ему не помог, и он из-за тебя сдох. Так, ну а смысл, он бежит на Феникса, у которого есть дайв, да, по сути? Просто он побежал. Я побежал тоже, и думал, у меня маны хватит. Ну, 150 у меня не хватило, там копейки. Это стик такой, смотри, стик тоже пустой, а уже хп половин. Так что, ребятки, никогда никого не слушайте. Что там, Рудге? 7-й левел. Фига себе. Давайте побегаем вокруг каты. Замерзнет. Надо убежать, попытаться. Нет, не убегу, да? Боже, и фен пришел еще. Ладно, все, забейте, забейте. Ушел стоп, а все ушли. Все за мной, что ли, ходить будут? Не надо за мной ходить. Эх, как хочется вернуться. Нормально. Красавчики. Работайте, давайте. А маны нет, у некрас смысл, что они бегут. Давайте на топ, обратно на топ вернемся. Пофидели на миду пуджа. Пойдем пофидим на топе. Че, дум стоит без хп. Кстати, аппарату очень важно левел получать. Очень важно получать левел. Очень важно. Если аппарат без левела, это плохо. 100 левел получил, победил. Тракса с масочкой. Вот так сделаем. Ну, даст, на даст у меня уже нету денег. Жалко, жалко, конечно, что я так фижу там. Максимальный мощный фидер я. А можно переагриться? Вот смотрите, я кликаю как бешеный на А, на ПКМ. Они не переагриваются. Это механика игры. Не понимаю, иногда вот, если честно, очень хотелось бы понять, как иногда крипы работают. Они просто неадекватные. Иногда они просто неадекватные. Неадекватнейшие. Так, пуджа не вижу, да? Кто там идет у нас? Некор. Ну, как бы можно, если что. То я раскидываю кнопки. Оп, двоих. Оп, печалька. Я раскидываю кнопки, но как бы не удалось. Ладно. Посчитаем, что так и надо было. Немножко не удалось у нас. Думчик сурной. Давно, кстати, думал, сурной не видел. Все, погнали. Парень фармит. Мхар. Мхар. О, мхар залагал. Жалко, сегодня ни одной катки я не сыграю балансной, походу, да? А, нет, сыграем. Все, передумали. Гоу, мхар. Да? Мхар. Так, сделаем. БХшник на меду. Володьку делает. БХ из 2007-го. Хорош. 3-2-1 левая у меня, когда? Да что ж такое-то. Ладно, давайте все по очереди полагаем. Я тоже. Дай. На. Напишем. Только что латенсил. Кик Максара. Максар. Он не МХ. Там это, там Рики под ногами бегал, наверное. Тот говорит МХ, а тот говорит не МХ. О, жесть. Да, тяжеленькая катка будет, ребят. Ну, я не знаю, на саппорте у меня всегда тяжелые катки. Потому что керри. Как бы мне не на таких играх нужно играть. Папе. Честно, не очень хочется его дропать. Ну, прошлая катки история. У меня прошлая катка такая же была. Прошлая катка тоже. Но только у нас керри ливнул. У нас было 4 агрессивных героя. И один из них лагающий пуч, к слову. И далее. Далее у нас вылетает кор 0-2. Как бы вообще шансов 0. Против спектры и Найкса. Ну, ждем. Ждем. Может, отлагает. Я все-таки надеюсь на то, чтобы будет игра более балансная. Не 4 на 5, 5 на 4.
Кстати, в наше время вообще, вот я сейчас заметил, такая тема, вот уже больше года, наверное, сколько вот я пишу гайды, заметил, что очень сильно айкап поменялся в плане стабильности, и сейчас отписать нормальную игру, ну просто нужно быть ультравезунчиком, чтобы отписать нормальную катку. Вот это уже вторая игра на аппарате. На Виспе я сыграл 19 игр, чтобы отыграть. Чтобы написать хотя бы обоссанные вот эти две игры по 25 минут, более-менее адекватные, нормальные. И, к сожалению, это уже конечное, ребятки. Это конечное. Все, возвращаемся в игру. Хорошо. Пинаем крипов. Не знаю, я бы такой бы на отвод пошел бы. Снайпер там такой заряжен. Снайпер фрифармит, я так понимаю, там. Я тут тоже фрифермер. По сути, да? Так, ну у нас остается 4. Ладно, Атос. Нужен Атос. Ого, видели мхар какой на пудже? Забегает просто. Юзает дасты. И вот так сделаем туда, на всякий случай. Что ребята будут выходить из-под тэшки. Я там мха кидаю свою. Но не попаду, да? Не попал. Первое, что мы купим, это Виталика бустера. Так, а вообще гона низ. Смотрите там, какая драка. И там какая драка. Хорош. Иди сюда. Опа, минус. Оп, сюда. И этого туда же можно будет. Гоу, 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 пацани. Че боитесь? Он убежит, да? Ля, ты псих. А я плотный очень. Я очень плотный. За счет транквилы. Как бы это глупо не звучало, но аппарат с транквилой очень плотный. За счет этих трех армора. Четырех даже. Просто под бриллиансом еще 6 армора будет. Это жесть. Так, Виталика бустера надо, да? Я не пойду в магаз, я отправлю туда курьера. Хорошая драка, в принципе. Мы тут что-то плюсанули даже. Думчику может посоветовать что-нибудь собрать. Не знаю. Там ЕСа можно было под контри, кстати. Ну, я не буду ЕСа разбирать, пусть ребята разбирают. Думчик видит? Не видит, походу, да? Это печально. Это печально. Это печально. Так, ТПшечка. Хорошо. Пуш такой жесткий мхар, походу, да? Мхар. Мид 3. Я пуджа еще пофидил нормально так. Я один раз умер. Пофидил нормально, говорю. Хорошо, БХ мне трек дает. Сейчас еще инспектор патронус мне дадут какой-нибудь. Инспектор. Жалко, что мне нету дастов почему-то. Хотя я саппорт. Гоу, дасты, и пойдем в арт к нему сюда, под треком, чтобы видно было. Все равно не снимут, да, как говорится. Но так не делайте, вот так нельзя делать, пацаны. Вардик ткнули, ДД забрали. Рудж идет. Рудж. Смотрите, какой на хосте. Ух, нифига. Смотри, как некр пукает. Но это минус. О, щит. Этот минус, этого тоже сейчас минус. Оно. Хорош. Ну, not enough mana. Рике мог, кстати, бить яйцо. Почему не бьет? Ей. О, сразу сняли. Жесть. О, интернетные лаги. Кстати, да, нормально. Нормально. Сбили бы сейчас Рикимару, но Рикимару... 1000! У него 1000 хп, он убегает. Жесть. Яйцо первого левела. Я бы и сам сбил. Я так думаю. Но проблема в том, что снайпер меня там замедлял. Так что вряд ли сбил бы. Ладно, один визард есть, ребятки. Вард туда... Сразу же пацаны пришли снимать. Гоу. Вот так вот сделаем. ТП-шечку. С нормально ультанем. Хорошо, активно. Только не уводите в сторону. Ну, ребят. Вы чё? Господи. Пацаны в сторону поводили. Но я следующий тут. Я тут следующий. Ушечки. Под лоу хп, может что-то прокатит.
Ребята в сторону от айсбласта увели. Надо было не ультовать с базы. Жесть. Я еще лагаю. Что-то не все, слава богу, как говорится. Я пойду просто АФК пофармлю. Но вот это мой интернет сейчас выпендривается. Это не айкап. Это не айкап. Мне нужно АТОС дофармить, чтобы я что-то делал. Все, погнали. Надо что-то делать. Нужно АТОС, чтобы что-то делать. Настоящий пуч. Это иллюзия. Господи, что он такими, с такими хп пойдет. А, ну так, да, конечно. Я тут под крипами сейчас сдох. Понял. Это мой интернет. Можно, пожалуйста, ну, в доту поиграть, как бы? Я даже, блин, кнопки пацанам не могу дать туда. Ой-ой-ой, как БХ четко подошел. Но БХ умер. Бумсик. Бумсик. Так, есть визард. Все, let's go. Есть визард. Третий все равно будем тоже качать. Давайте, поехали работать. Сейчас будем аппаратом показываться как надо. Ох, какой хук. Пуч там профессионал дота. Профессионал дота. Пуджата. Пуч, мне кажется, что-то какой-то это. Очень интересный такой игрок. Сильно би. Не слабо би, а сильно буби. Поняли? Так, вроде лаги перестали душить. Идем в центральную. Ну, нам нужно вместе играть. Я не знаю. Вместе у нас есть все шансы выиграть эту игру. Пуджа, да пуджа аппарат убивает. Пуч очень много хп себе будет сжигать. Сколько у него? 1000 хп. Да даже с такими хп я его убью. Сильно буби. О! Рике умер, да, походу уже? Наглый идет. Нам не нужно плюс сюда. Я один, конечно, ж тут против троих не пойду. Но пуш до конца пойдет. Пуш до конца пойдет. Там пуш такой наглый очень. Он понимает, что никто не играет здесь в эту игру. Да иди давай, не лагай, пожалуйста. У нас каждая своя катка. В игре. Еще вард купим. Мне главное кинуть пуджу кнопку. Го. Го, ползу. Единственное, там РДДшники будут мешать очень сильно. Очень сильно будут мешать. О, пуджу там накидали и риперов, и все. Все дерьмо накидали. Все дерьмо накидали. Нет, ну не стиль. Бей. Рике вообще пофиг. Я не сбиваю, да? Нет, сам сбиваю. Да, я не могу, прикиньте, накликать не могу просто. Мой АПМ максимально мусорный. Не могу на снайпера нажать. Да, тяжелая катка. Ну, с АТОСом хотя бы что-то уже делаем. С АТОСом уже что-то начали делать. Не знаю, 11 левел у саппорта. Давайте соло выиграем эту игру. И будет все нормально. Поехали. Я буду пытаться соло ее выиграть, потому что я вижу, что команда, как обычно, начинается вот это вот. У нас рубрика «Саппортим на 3 КПТС». Погнали. Будем пытаться соло что-то делать, потому что, ну, типа, на команду рассчитывать. Рики яйцо бить не хочет. Один аппарат сбивает. У нас некр есть. Кто-то еще ЕСа вывел. Некр есть, некром можно задушить будет. Все, гоу, поинт бустер. Сейчас огоним. БХ, смотрите, дезоль делает. Сейчас нам пойдем БХ убьем на низу. Опс, скинем. Погнали. Гоу. Ульт вкачали. Сейчас БХ остается, по идее, пофармить еще одну пачку. Он умирает изи. Под замедлом. БХ. Или нет, не умирает. Он ушел, да? От Криса. Блин, жесть. Вы видели? Я просто не могу направлять. Что сложного направить в доте? Видимо, мне сложно. Бывает.
ничего поделать. Погнали. К миду, походу, тут все-таки. Пацаны решили. Пуч вардит. Смотри, как прыгает наглую, нифига себе. Я очень далеко, я очень медленный. Иду, иду. Иду. Ну, сейчас еще рипера ему даст. Слишком много кнопок туда жмется. Слишком много. Уджа хилит, да? Хилит там. Снайпера нафидели. Говорит Рикимару. Который от яйца убегает. Первого левела. Ну, такой странненький Рики. Скади ферст. Ну, типа, о чем речь, пацаны? О чем речь, ребят? Говорит, нафидели. Я не буду тут крипов терять. Столько крипов, шах, из-за этого. Рики Скади первый артефакт покупает. Лучше тпшится. О чем речь? Теперь я надеюсь, вы понимаете, насколько тяжело у меня катки. В дотке. На саппорте. Саппортить. Не знаю, пока вард. Блин, мне и дасты нужны. И вард. ПХ в миду. Но на самом деле... Страшновато двигаться самому по карте, там в любом случае БХ где-то дрочит. Где-то кто-то еще бегает. Думаю, ФК играет. Так, это дропаем, гоу, завардимся. Попробуем что-то повардить. Го, вместе. Давайте попробуем завардиться. О, нифига. Сюда вот так ульту. Пуч минут. Даст даю. Ой, даблкил, как говорится, на вставочку. Хорошо. Гомит. Мы так и камбэкнем. Рики Скади первый артефакт, не порог. Ой. Кто первый вылазит, в принципе, могу смело замораживать и душить. Смело замораживать и душить. Можно будет сейчас завардиться. Хорошо. Ну, кстати, пуч был бы, если бы софтера, мне кажется, он бы так не подставлялся. Снайпер там ломает. А я снайпера соло убиваю. Кстати. Го, задушим его. Иди сюда. Вот этим аппарат этот и опасен. Через Атос, через первый. Очень сильный герой именно через Атос. Вообще пушка. Очень страшный аппарат получается. Он такой фермер. Чисто фермер, знаете, там огурцы поворачивать. Так, визард, да? По идее, есть. Вот так сделаем. Есть и гоним. Сейчас будем уже делать какие-нибудь дополнительные кнопки. Но надо пойти завардиться. Я все никак не дойду до вардинга. Ребята, есть, погоним. Вот здесь ткнем. Опс. Рики Скади, конечно, мощный. Мощный Гимару. Вот сюда. Раз. Два. У меня нету. Ну, хотя бы ульто я закинул. Мы тут до свидания уже. Нормально. Удге. Я тут помогать не буду. Нет смысла. Сори. Сори, тут никак. Понятно. Блинковаться хочешь? Давай. Подзамедлил, пропусти меня. Чтоб меня не умереть меня. Хорошо. Не умереть меня, как говорится. Что там, снайпер внизу, да? Ну, до покупки БКБ, в принципе, я что-то могу соло сделать. Так, у Феникса радик почти. До покупки БКБ я что-то могу сделать. Так, дасты. ТПшки две. Погнали. Прокса. Фармить пошла. Снайпер туда же. Табор за ласт хитим. Давайте снайпера задушим. Оп. Сюда. Бедняга. Просто лопнул.
Бедолага. Хорошо. Так, 1800. Нифига, как он там выхукал. Там бард стоит, что ли? Поищем. Поищем. Уберите отсюда, ес. Пуш все одевается и одевается. Это будет плохо. Я вообще вард. Так вот сделаю. Феникс. Так, сделаем. Нету варда. Лол. А чё, ты рипера не дал? У тебя ж рипер есть, по идее. А, он рипера просто не дал, мог рипера дать. Не захотел парень. Не захотел. Ты герочек можешь взять для актива. Ребятки вообще боятся выходить куда-либо. БХшник. О, брат, работай. Ну, я вот так сделаю. Чем могу, помогу. Этого сюда. Это вот так. Ой, какая фиссура. Но это не я заюзал такую фиссуру. Ну, от ульты аппарата сдох пуч. Ну, как от ульты? Феникс этот пилит. Так, развел на дайв. Ну, я на Б пошел. Давайте тревел купим. Надо двигаться по карте больше, пытаться что-то делать активнее. Проксу убивайте, она крип. Ничего она там не сделает, бедолага. Пенех. Хорошо. Можно вообще лотар сделать сейчас. Но там БХ, видите, в чем проблема. Этот билд, кстати, намного, я считаю, профитнее, нежели чем билд через Юл. Через Юл, ну, не то совсем. Через Юл. Юл хоть и тоже прикольно, но не то все равно. Все равно Юл это не то. Давайте тревел возьмем. Пару вардов. Юл это не то, ребят. Юл косит, режет первый спелл, режет дамаг с него. А через Атос прям сам Ато. Атос прям дает вещи делать. Все, Рекуру. Кто там? Рекуру. ТП-шку в помойку. Это в помойку. Это в помойку. Варды улетели тоже, да? Плохо. А чё, Огроакса нету там? Он такой в шоке, а где? А чё, почему не собирается? Вон на топ. Ребята, кто-то дефить будет. Это иллюзия. Я сразу не прочекал, что столько мало урона. Дайте мне, пожалуйста, кур. Надо варды. Так, забери арты. Вот это настоящий. Да? Это иллюзия. Я тут контрю на три этих. Рипера чуть не дал, что ли? Ты чё? Квадраться. Квадраться. Дубл с 83 карты. Ну, тут не рабочая схема через ульту. Улучшенный аганимчик. Вообще не рабочая схема. Так, здесь камни зарядим. О. Кого так сделаем? Поехала. Хороший ультимейт. БХ сразу минус. Дум минус, да, тоже. Бей. Бейте. Лис. Да. Рики фуловый. Рики фуловый стоит. Байбайкаться не знаю, я, наверное, не буду. Так, нужно что-то от снайпера. Слишком много дамаги влетает. Зайди, у тебя ж инвиз. У тебя инвиз. Зайди. Тучу поставь. Вот жесть. Прикиньте, какой приколист на Рикимару. А,
Там вообще его не контрят, до 100 нету, ничего не даст, ничего, его не контрят. Он не хочет драться. Че, может тоже тогда, если... Ну, только БХ там контрит, да? Может тоже Лотар сделаем? Вот сейчас бы хорошо Лотар и Attack Speed зашел, потому что там ульту Феникса сбивали. Аппарата... Ой, аппарата... Этот, меня снайпер убивал. У него, кстати, Лотар у снайпера. 14 секунд, сейчас на топ полетим, да? Рики, конечно, забавный. Снайпер Лотар, да? Лотар снайпер. Ну, даст и есть, в принципе, у меня почти всегда, но это минус слот будет. Будет минус слот. А дальше идет, да? Давай, 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 речь пройти надо. Хорошо. Тут с руки, мне кажется, я его убиваю даже. Давайте не будем мешкаться. В таком билде даже, кстати, мне кажется, керри билд хорошо зашел бы. Не просто встан, отправляешь под этим замедлом и все. Надо что-то от снайпера купить сейчас. Именно вот это, чтобы он не убивал просто с руки. Линку не варик делать. Вообще рассматривать можно манту еще для диспелла. Рили, если у нас еще и такие герои, которые, в принципе, урона с руки не сильно много дают. Рики, в принципе, например, он стоит, афкашит. Можно попытаться... Можно попытаться сделать так, чтобы... Ага, пуч. Пуч. Если я снайперу накидаю, все. То есть, если я второй поставлю, первый, он и в лотарии умрет. Все, это минус. Хорошо. Смелейший минус, я думаю. Я думаю, это минус. Ультом я в любом случае там попал. Да, сюда. О, Рудге. Он замедлим. Заюлил, сам сейчас заэтывается, застанется. А, понятно. Все, год через дагер будем пытаться килять. Попробуем таким агрессивным хиро-киллером быть. Стики скинем, варды возьмем. Куком не попал, все, МХ. МХ, да? МХ? Ору с этого пуджа. МХ? И вот так на пятерку. Хорошо. Чекнем. Троша фуловый стоит. До меня уже ставить скилл, соска. Ясно. Ясненько. Не говори, что там били Рики. Сосак. Такой изи пуч есть. Чисто ржом бить с него. Так, ну ладно. Хоть настроение поднял. А ты сидишь? Как сосак. Вот, смотри, заранее ставлю. Смотри, брат. Заранее ставлю. Оп. Ты замерз, кстати. Тебе холодно. О, надо было прыгнуть туда стать. И сосак. И сосак. Ай, есть. Но я бы хан не мог, кстати, забрать. Может, гем тупо в наглую купим. Блин, опять-таки от снайпера как избавиться в игре. Давайте гем купим. Надо гем купить только. Пушить надо бы как-то, я хз. О, Рики. Так, сделаем. Пойдем по лесу, пройдемся. Ну, они выиграют эту игру, мне кажется, все равно. С пацаны слабые в команде. Снайпер на топе остался. Угу. Ракса, по идее, тут должна быть сейчас. Нет, не хочешь пофармить? Пена я не заморожу. Го играть. О, ползу. Ну что это такое вообще, жесть какая-то.
Я хожу, рели что-то сам пытаюсь сделать, и все. Больше никого нету в игре. Рики соло бегает, что-то там побегали, тут побегали, сосак. Снайпер тут уже по-любому не фармит. Сейчас Тракса БКБ делает, и уже проблемой становится. Это уже будет проблемой. Серьезной. Снайпер. А на рашпите мы проиграем. В любом случае. Мы ее заберем, пока она тут соло. А, нет, не соло. Не соло. О, вот это Йул жесть. Ладно, я ультом заражу, но не весь дамаг пулем. Еще и рибера туда. Не могу направить, прикиньте. Хорош, направил, попал. Сосак, стой. Жесть, не могу на снайпера направить, а то... О, Тракса. Хорошо. БКБ. Ой-ой-ой. Это страшновато уже. Ну нет, давайте, закончим начатое. Оп. Хорошо. Закончим начатое. БКБ хоть плохо. Гоу, сюда. Оп. Хорошо. Блин, ну не знаю. Пока что, но вроде как-то это. Го туда. Блин, или го сюда. Не-не-не, го хг чуть побьем. Чуть побьем хг. Наверное, попробую хекс сейчас сделать. Он порвал, кстати. Б, го. Го, Б. Не заберем. Я Т-шку даже не буду оставаться. О, Рега. Отлично. Не надо будет на базу идти. Т-шки там позабирали. Ну, пуш, с пушем у нас тяжело. Но Рики жив остался. Рики молния. Скади что-то. Ага, варды есть, да? Так вот, гоу. Так вот, гоу. Есть. Так, на низ сейчас по-любому кто-то пойдет фармить. Снайпер, наверное. Ну, опасно, сейчас могу гем отдать. Так, пуш на топе. Все, хорошо. Есть варды тут. Давайте невзначай вот так прочекаем. Вроде нету, да? Сейчас снайпер сюда прибежит фармить. А, фен пришел, да? Ой, хорошо. Ну, хорошо было бы, если бы еще на ульт развел. То есть, не добить, а именно развести на ульт. Было бы круто. Так, пока что имеем. То, что имеем. Хорошо. Оп. Так, ну что там у нас? Саппортим на один КПТС. Рутге идет, да, с Юлом? Там у Траксы кнопка. Очень хорошо было бы сделать, конечно, лота. Очень хорошо. Улучшенный в сильверуху. Я фена минусанул, но суеты пока что не намечаются, да? Рутге злой, очень злой Рутге. О, БХшник. Я понял. Идем вниз. Неадекватно пойдем. Пойдем неадекватно. Если идем неадекватно, скорее всего, выживаем. Только если пуш не хакер. Хорошо. Да, вообще круто было бы что-то сейчас скорость атаки сделать. Отлично. Дальше я не пойду. Ребята там бегают что-то. Ну, искали меня. Аппарата моего искали. Сильвер, БКБ, Хаутраксу. Вот Траксу тяжело будет убивать. Конечно. Очень сильно
агрессивно Дум сейчас стоит, но можно этим воспу БФ на Думе. Печалька. Лучше бы БМ сделал бы. Так, фен пуш, да? Фен пуш. Так вот делаем и отходим. Но он умирает стопроцентно. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Это минус сразу. Это минус сразу. Ой-ой-ой, как я ушел, да ладно. Блин, я знаю, что тут нужно сделать. Как бы это глупо не звучало на аппарате, но мне это нужно здесь. Ой-ой-ой, а что, вы дальше прож... Да ладно, я пока стел. Гем-гем-гем-гем-гем. Забрал он сразу. Ну что это такое? Я ж уходил. Я же уходил с этой драки. Вообще жесть. Ну... Рики тоже сдохнет. Тучу поставь. Тучу поставь, рак. Тучу ставь. Жесть, вот меня убили, все, игра сломалась, да? Они в ХГ пойдут сейчас. Мне байбек придется жать. А что я опять-таки соло сделаю, да? Иду дальше. Ясно. Яшу беру. Вот этого соло. Хорошо. Снайпер умер. Этот тоже умрет. Хорошо. Этот уходит. Но я буду драться, если что. Стой. Жесть, нету кнопок. Эх. Вот, но сейчас я не знаю. Вот тут моя ошибка, почему я остановился там. Неужели я не доконтрил просто? Чай. Столько пота я тут делаю, и... А Дум до сих пор на топе стоит. То есть то, что ХГ у нас били, ему все равно. Это ужас какой-то. Жесть, я столько золота потерял. Ну ладно, го восстанавливаться, го опять заварживаться. Но у меня проблема лютая с тем, что нету сейчас гема. Некор гем не забрал, не захотел. Не сообразил. Го, что делать? О, что делать? Ну а чё, кем забирать ты будешь его? Ты его не заберешь. Ты его не заберешь. Думал, если только забирать. Думал только забирать. Интересно, а гем останется там или нет? Нет, гем дроп. А, фен взял. Фен гем. Я бы по кайфу взял бы. Егу. Вообще по кайфу было бы. Я возьму. Опс, пусть забирают. Как бы это глупо не выглядело, но в этой катке я... Не знаю, по-моему, я самый актуальный герой, который тут может что-то делать. Сейчас ХГ пойдут, я хотя бы еще резнусь. Идут они дальше, там, интересно. Дальше не пойдут. Ну, я крипов запушу тут. ХГ будем драться, наверное. Главное не сдохнуть тут сейчас с Аегой. Очень опасно я стою. О, дефица. Что делать? 1800 на кармане, ребятки. Подефиться. БКБ жми на траксе. Нет, нормально. Вести отсюда ИСа. Так, фен минус ульт. Хорошо. Тоже это минус, смелый. Мне кажется. Ну, Дум сейчас умрет, да? Так и не кинул Дум. Вот БКБ-ха. Ладно, гоу. Хорошо. Отлично. Деремся, что делать? Ой, хорошо. Задефились. Задефились, да ладно. Вообще не понимал, что происходит. На самом деле, такая просто драка, 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 драка. Раз, драка закончилась.
груз какой-то. Оп, сюда. Под колодец ультуем. Там куш лох пошел. Ну, наверное, там еще... Там вообще два лоха было, да, походу? То есть, почти, да? Манту на диспейл и Октарин, наверное, либо Хекс сделаем. Напоминаю, что это саппорт катков, но я тут вынужден что-то такое сделать, потому что у нас 4. Но в ХГ они не зашли. Хорошо. Ну, кстати, снайпер не умер. Не хватило там магии. Ульт не долетит. Не успеет, он быстро крипов заберет. Ну, хотя бы сюда. Поставим этот, надо будет менять на Хекс, наверное. Вот сюда. Тут вард к нему сейчас. Големы. Классика. Пойдем. Выпустить, плиз. И так. Сейчас вот так сделаем. Вот сюда ткнем. Все, го, Б. Я Б и го. Но вижена нет. Я не могу все вам покупать. Покупать. Кончились слоты. А чё, вард там сняли, да? А, ну наземный сняли, там у кого-то же гемчик, да? Тракса МКБ. Жесть, тракса там лютая. Угу. Ру сюда. Вообще надо переставить слоты. Манту на 4. Поставить это сюда. В атаку. Они потопы пойдут, да, наверное? Ну, а еги нету. Шалька. Дум тогда в таком билде БКБ бы уж купил, наверное. Зачем аганим тогда брал? Я им по миду пойду. Миду. Давайте туда вот так сделаем. Хорошо. Траксу сейчас тут поддизейблим. Опа, там на меня нападение было. Сюда. Бей с руки ее ближе, подойти только. Снайпер там душит. Ман для таргета. Сюда, куда? У меня манта, братан, я тебя пробью с руки. Оу. Хорошо. Ну, забафаем его. Ну, в принципе, даже можно и на вставочку. Хорошо. На вставочку можно. Эй, стой. Криса, а? Можно даже и на вставочку. Жесть, ну это манта, кстати, нормально, раз синхрон у пацанов хорошо выводит. Меня тавр, да, продолжает бить. Смотри, какой неугомонный. Жесть, ну и пуджак, кстати, я тоже мог забрать, по идее. Пуч меня не убивает, не должен, по идее, в таком состоянии, в котором я сейчас. Эх, не успел отблинковать. Он замерзнет, по идее. Оп. Он под ультой. Давай драться. Мужчина или нет? А, ты же замедлен, извини. Жесть. Вот это жесткая игра, я понимаю. Так, ну там порезались, пацаны, надо отходить. У меня хп немного.
Пацаны, если я собрал в этой катке манту, это не значит, что нужно в каждой катке на аппарате, в саппорте собирать манту. Просто тут такая ситуация, что, ну, вынужден я собрать. Так, ну, гем забрали, да? Вынужден. Надо уходить. Все. Вынужден собрать манту для диспелов. Не Юла, а именно манту. Потому что нужно еще с руки пробивать, нас четверо. Так, товара, естественно, мы никакие не запушили, да? Понял. На Б. Ух, жесть. Так, 4700. Б. И берем всех. Вот так сделаем. 4800 у меня, да? 4800. Хорошо, вот так сделаем. Пусть БКБ может заюзать. Да, БКБ заюзал. Как же они боятся моей комбинации атосовской. Это жесть. Ну, я отдефил, можно сказать. Хорошо. Так, и остается 4700. Если честно, сейчас вот сложный выбор, что купить. Очень сложный выбор. Что купить? Очень сложный выбор. Трон все ялив, говорит. Го, драку. Что тогда? Говорит, го, трон, ялив. Может, блин, я не знаю, что сейчас собрать? Хекс очень хорошо было бы для соло. Давай хекс попробуем. Хекс вообще не даст возможности никакой ничего сделать. Так, чуть-чуть не хватает, да? Хекс. Чуть дофармим сейчас. Ну как раз вот эти крипы. Хорошо. Секс. Секс купили. Ну, в лоб, мне кажется, мы слить даже можем. У меня байбек. Нету байбека, я хекс купил. Байбека нету. Но Рики сейчас этим мувом, кстати, слить может. Причем люто. Жесть. Таргет снимаем с себя. О, ну и замерз, нет? Хорошо. Замерз. Отлично. Вон на Б. Дефиться надо. Ну, то, что Рики ливнет, это да, конечно, это осложняет. Рики живой, минус 3 сделали. Отлично. Я сейчас на топе этого заморожу. Хорошо. Давай, давай, без ульты чтоб остался. Хорошо. Байбэк, фен. Ну, я тпхнусь, пацанам. Лучше там один, да, браконьерский? Что там, аппарат иллюзии есть? Я тэпаю сейчас. Угу. Let's go. Есть тп. Души с руки. Я замедлю. Хорош. Нормально, нормально, пушим. Пушим, пушим. У Дума очень много дамаги. Ката разнесем и пуш. Байбай крики, да, сделал. Хорошо. Блин, как же манта хорошо тут смотрится. Для диспейлов, для всей темы. Хорошо, души его. Ой, хорошо. Жесть. Так, Рики убивают, да? Жесть, ты быстрый, куда так побежал? Так, я следующий, да, тут поход? Я даже могу не выйти. Могу не выйти, но манта сейчас будет. Ой, не будет, да? Поход. Сюда. Барак я забрал, отлично, и не сдох. Хорошо. Олеж, что за пот? Сейчас атос менять будем. Бля, там сколько кат. Талашек сколько.
Вот так дропни туда это. Жесть, вот это деф какой-то. Что-то подничок какой-то. Так. Атос выкинуть. Ну, первая катка, ребята, что там максимально потная, я хз. Снайпер БКБ-ху имеет. Давайте сделаем. Блин. Да, давайте сделаем. Вот так вот, но я без байбека остаюсь. Без байбека остаюсь, хпшки немного я подслил себе. Но это выход хороший. Сейчас ульту надо закинуть в этот, в рошпит. Походу в рошпите они. Рошпит продамажим. Хорошо, есть кто-то, да? Снайпер. Отлично. За космодон жмут. Так, но у меня нету ББ. Возможно, с гемом парень будет. Пятером. Надо. Я топ толкну. КГ. О, ЕСа чуть выведем. Хорошо. Бедный пуш там уже и не знает, как мою маму топа оскорблять за такую игру. Так, есть. Снайпер там с такими хп сладкими. Просто как крипуля умрет. Побежали, надеюсь, не будет тут БХ. Но я успеваю, по идее, с тревелами быстро добежать. То есть он ушел, что ли? Хорошо, есть. Оставляем иллюзии на прочек. На прочек оставляем иллюзии и уходим. Есть, ну а Егу я выбил, даю минус одного героя. На лайне здесь. Все. Рики. Блин, еще и Рики подконтривает. Ну это жесть. ЕС, а Рики? А че, давайте? Вот так сделаем. Я Рики законтрю. Вот так сделаем. Аккуратненько. Оу, щит. Ульту не отменил. Берите Рики оттуда. Жесть, я заруинил, походу. Ужас какой-то. Я Рики заруинил. Я так что максимально жестко заруинил. Рики Марычем. Жесть. Не успеваю отойти, да? Но если на меня забайтится, очень хорошо будет. Дай ему всю. Ах ты, Рудге. Ух, хорошо. Есть на вебэк, да? На вебэк есть. Но есть, там еще бы хач умрет. Отлично. Сюда. Есть. Есть, отлично. Ну, почти на вставочку. Я догоню его. Го сюда. Почти на вставочку сделал. Надо пушить. Там фен живой еще. У меня сейчас ульта уже будет. Хорошо, но я без байбека, это плохо. Хорош, это минус. Отлично, это минус 100%. Это тоже должен минусануться. Умрет пуч сегодня или нет? Фен должен умереть хотя бы. Жесть. Ракса бежит уже. Почему я никого не убил? Да ладно, я без байбека. Рики еще живой был, можно было подконтрить. Я все уже тут. Ужас какой-то. Как мне тяжело, я один тут. Ой-ой-ой-ой-ой.
Жесть. Как я Пуджа не убил. Ой, лаги пошли. Да что ж такое-то? Стоп, пожалуйста, дайте выиграть. Я очень хочу эту игру выиграть. Но я без байбека. Так, у Пуджа линка, не забыть. Хорошо. Жалю баш, баша нету. Пуджа линка. Это минус надо сделать. Хорошо. Уходим. Уходим, уходим. Да блин, канисты. Сюда. Жесть, сдох. И некор тоже сдохнет. Это печально. Дум не пошел, да? Это печально. Ну, Траксу минусанули, но... Лучше линка, да? Хорошо. Какой его? Это минус. А чё так вышел раньше, рано с Дума? А, так он ему этот диспел дал с Дума. Вот. Хорош, забрали, хотя бы так. Ну, не даем. Пока что ничего, но Дум зря туда Дум закинул, там и без Дума убивали. Ладно, вот под хиксом будем работать сейчас. ВХ, по-моему, там гем. Боже, 60 минут пота. Что это такое? Куру я не буду одевать, тут и так хватает контроля. Байбека у меня нету. Нету. Ну, Б тут надо, тут надо. Мы так в лоб не зайдем, мне кажется. Б надо. В лоб не зайдем. О-о-о, жесть, путь шливнул. Ну, хоть чуть-чуть облегчит эту игру. Но это жесть. Мы и так четвером потеем. Я тут максимально жму кнопки как могу. Не успеваю ни хрена сделать. Ужас какой-то. Так, Рики там скоро реснется. Надо Рики Мару нормально подъюзывать так, чтобы нормально было. Хатараска. Хатараска. Хорошо, вот так вот по идее нормально будет. Давайте вот так сделаем. Подушку, ну по идее БХ минус. Хорошо. Прокса тоже минус. Отлично. Хорошо. Go Dev. Так, Рики жив. Отлично. Вот так делать. Пока я там на базе. Дефаюсь. Хорошо. Пока я на базе дефаюсь. Так. На топ, топе у них очень плохо все. Байбека у меня нету. Давайте Рики стянем вот сюда. Раз, два, три. Вот так вот. На шифтах. Отлично. Жесть. На вставочку. На вставочку. Че, они в ХГ зажались, что ли? За хекс убиваю одного, любого. Ультой. Плюсом еще. Так что нормалин. Не знаю, без Дума такой себе идти, но их... Их немного там. Вот так сделаем. Это плохо, ульту я просрал. Хорошо. Снайпер в ХГ сидит, да? Есть вижен, интересно. Нету вижена, да? Думчик подойдет еще, будет полегче. Не-не-не. 4-3 героя. Точно. Риги сюда стянем. О-о-о. Брат, ну тут ГГ. Я тебе тут не помогу. Тут ГГ. Тут ГГ. Топ дефнем.
Сейчас, пацаны, сюда, по идее, пойдут. Пойдут, по идее, сюда. Да? Нормально. Души. Байбек есть, интересно, у меня? О, байбек есть. Так, гоу. Че нет-то? А, Дум ничего не жмет, да? Печально. Что Дум ничего не жмет. Весьма печально. Почему Дум ничего не нажал там? Это вообще плохо. Не знаю. Блин, нам детекшена еще не хватает. Хорошо, хоть так. Есть манта. Я умер, да, без байбека? Снайпер байбекнулся, да, еще? Это гэги может быть, если они пойдут в ХГ. Тут надо сейчас крип скипать и зонить. 120 сек, меня нету. У них трон падает. Хоть что-то хорошее происходит на карте. Низ очень сильно отпушит. Хорошо. Рики, 38 секунд. А мид падает у них. Давайте чуть пофиссурим, поотзониваем. Да, потно. 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 Жди. Всех. 90 сек. А ХГ они не зайдут, я за фиссури закрою тут. И крипов закрою. Хорошо, это есть. Но это ненадолго. 70 секунд, конечно же. Куда 70 секунд? Лол. 70 секунд. А это, скорее всего, трон выход будет. Рики есть, да? Сбивайте. Хорошо. Вот это плохо. Хорош, фиссуру дал. Отлично. Снайпер, кстати, умрет сейчас, нет? Не умер. Барак должен жить. Пацаны, барак должен жить. Хорошо, ну задефились. За счет ливнувшего Рикимару. Я еще сейчас резкость нормально будет. Хорошо. Что-то гайд, как это получается, странноватый. Ну, жалко, что не умер этот снайпер. Очень жалко. Сколько там тракса, да? Думаю, АЕК. А ну кому АЕК? Некому брать. Так, ну там минус 3. О, вот так сделаем. Ну, думаю, АЕК. Ну, с Рики давайте возьмем, в принципе. И Марыч возьмем. А чё он клэпнул? Подожди, подожди, он не должен был клэп. Или это Урса клэп? Ой, Урса. Да, это этот клэпнул. А он клэпнул. Сейчас, правда, тут нарочно может быть так, что пацаны могут прийти сюда. Оппонентка. А епс, ну всё, хорошо. Есть. Сыр, мне некуда сыр ложить. Некро. Так, нормально. Работаем. Туда ульту закинем. Туда ульт кинем. Ну что, рапиру придется брать, да, что ли? Нам бы как-то топ сломать им. Хорошо, что яйцо не растерялись, сломали мы. Но Рики очень хорошо яйцо лупит. Очень хорошо лупит он его. Блин, на миду бы вот так вот, знаете, феникса там зацепить. Он там у них... Зе. Ну мы в лоб. В лоб. Мы не зайдем. 100%. Там РДДхи, они раскидают нас просто. Рейндж дамаги это... Это страшно. Вот так сделаем. Расплитим их.
хорошо. Так сделаем. Кираса, ну это союзная кираса. Кто-то вылезет. Один. Не знаю, сколько их будет. Даггер можно попробовать продать. Расплечивать будет по кайфу. Вот туда. Это минус. Зачем? Зачем это рел туда? Он в Рике еще Этериал закинул. Так, это есть. Хорошо. В Рике еще Этериал закинул. Сюда. Линка. В Рике Этериал зачем-то закинул. Ходим. Придется что, диспейлить БКБ-хой? Не, не варик. Жесть, какая потная игра, но тут игра будет очень долгой, я так думаю. Очень максимально долгой игрой будет. Пока некр всех на рипер не посадит, типа. Будет игра максимально долгая. Потому что в лоб мы зайти не сможем никак, потому что там... В любом случае... Сильно очень все. Можно было бы хап отбайтить, да, очень пока я сейчас. Поближе подойти. Вот так сделаем. О. Уж. Так, ну тут бы хай снайпер, да? Попробуем. Я умер. Я максимально контроль жестко потерял. Я ухожу. Я умер. Уж, снайпера надо убивать. Хорош. Пойду, пойду. Отлично. Отлично. Пойдет. Байбек снайпер. Ну это хорошо. Байбек снайпер, это хорошо. Его пока побьем сторону на Рике. Пусти, пропусти. А, сентри стоят, я понял. Сентри стоят. Ломаем. Ломаем Рикичем. Ходим. Не знаю, ни к чему эта драка не привела, что я засуицидился там. Абсолютно ни к чему. Абсолютно ни к чему. У нас думчик слабенький. Думчик слабенький. Я не знаю, я сейчас контроль максимально жестко потерял в этой драке. Надо топ сейчас дефнуть, дефнуть топ. Хорошо. Вообще в трон можно попробовать выйти. 14 секунд я, рез. Жди. Кто там умирает? Дум. Без сапога, боже, но Дум. ГГ. Сейчас походу в трон пацаны пойдут. Йоу, ва-банк. У меня нету золота, да? Хорошо. Пойду дальше, они интересно. Хорошо. В трон пошли они, да? Был тоже в трон. Нету, да? Печально. Да. ГГ. Жесть игра, но я не знаю, ребят. Это максимальная... жесткая игра, то есть тут просто 1 на 9, я даже не знаю, имеет ли смысл такую игру выкладывать, но это просто жесть. Слабейший Doom,
Просто максимально слабый игрок, и я тут просто не знаю, что не хватило в этой катке. Максимально непонятно, но это GG просто, не знаю. Просто максимально тупейшая тяжелая игра. Просто оставлю эту игру без комментариев, просто. И после такой игры вообще не хочется в доту заходить, серьезно. GG. Да, ребята, вот такие иногда бывают игры. И сейчас, если честно, я сталкиваюсь с такими играми намного чаще, чем сталкивался ранее, когда записывал какие-либо гайды, видосы. Поэтому сейчас с этим все намного проблематичней. Не знаю, что не хватило в этой катке, но эту катку я оставлю. Она очень даже интересная, в принципе. Мне она очень понравилась тем, что там были шансы выиграть, но видите, как бы все равно в соло, ну, в одиночку. Если убрать все ошибки, но это невозможно, то и выиграть можно. Но, к сожалению, я не машина. Я не уникальный организм, который может просто брать и все душить. Я считаю, что можно было выиграть, но с Думом 0.8 КД это выиграть очень тяжело. Что ж, ребятки, остается у нас еще каточки, конечно же, на аппарате. Это, наверное, в гайде будет первая катка, которую я оставлю. Лузовая именно катка, потому что она реально интересная. И 70 минут такой максимальной потной атмосферы. И такое АПМ, если честно, очень отвратительно. Я прокликивал, где-то в каких-то моментах даже я терялся. У меня, знаете, последнее время такой жесткий рассинхрон идет в голове. Я такой, знаете, иду такой, раз там, вот здесь на момент был, я люто потерялся, я такой нажал кнопки, так, стоп, на Рике, Рике у меня на двойку, Рике, Б, там, то есть очень много кнопок, то есть прикиньте, нажимаешь единицу на аппарат, нажимаешь хекс, это табуляция, кликаешь, потом цешку кликаешь, потом выделяешь двойка Рике, Рике, блин, кушать, короче, очень много контроля, я просто не потянул по контролю, но сейчас мы сыграем еще одну катку на четверке, надеюсь, она будет поинтереснее, ребятки, такой вот у нас билд получился в прошлой игре, не знаю, чего не хватило. Но в целом игра хорошая. Некстовые катки в любом случае будем играть победные, наверное. Ну, единственное, это, наверное, первый раз я ставлю в гайд луз, потому что реально эта игра стоящая, она интересная. Как мы сколько держались, сколько пытались и сколько было сделано полезного в этой игре. Но, к сожалению, соло, как говорится, не потянуть. Так, погнали. В общем, сейчас также сыграем через Атос. Через Яул я не буду показывать вам билд, ребят. Я не считаю этот билд актуальным, рили. Через Яул он... Ну, через Яул не то совсем, ребят. Реально, совсем не то через Яул. Пойдем как обычно сейчас. Как и прошлую катку играли, так и эту катку сейчас поиграем. Давайте также именно сыграем максимально четко. Постараемся. Тут у нас вроде ребятки есть, и коры есть, и все есть. Так что, надеюсь, все будет хорошо. И тут мяса очень много, что с ульты будет падать. Отлично. Жесть. Давайте. Випер ап. Вокер ап. Вот так тоже напишу. Что за это? Випер ап, вокер ап. Это 85-й, тут нету АБ. Тут он как бы есть, но как бы его нет. Как бы есть. Это 85, если что. Ребята вкуривают. Так, давайте берем также куры, ребята, и погнали. Вот так вот, цешку, вэшку, и let's go. Let's go. Let's go, пацаны. Хорошо. Куру мы взяли, куру отдали. Я пойду хл. Что там у нас? Сало есть, есть кристалка. Кристалка, сало. Тяжелые, тяжелые герои тоже. Два сильных героя, которые будут напрягать. Ну и Рикимару, соответственно, тоже будет напрягать. Ребята, что, АФК там? Или думают, что купить лучше? Купить либо вардик, либо ну его нафиг. Варды вообще не нужны в доте. Не хочу покупать. И погнали. Так, есть. Есть. Ксин собаки. Ксин собаки у нас на миду. Давайте сделаем вид, что мы пробегаем. Оп. Он такой, а где? Ай, хорошо. Хорошо. Интересная катка вышла у нас. Так, СФ на топ пойдет. СФ, кстати, можем сейчас забрать. ЕС, куда ты идешь? Дай ему сюда выйти. Я как раз зайду отсюда и тактически зажмем. Ой, не хочет.
Не хочет. Ладно, оставляем. Погнали на топ, ребята. Максимальная катка нас ждет впереди. Рикич на низу, хорошо. На топе будет СФ, но СФа загоняем. Такой же билд делаем, транквил и поехал, ребятки. Стики, транквил, Атос, с Атосом сможем убивать там и ЦМ-ку, и Сала, и Инвокера, в принципе, я думаю, сможем. Так, дедушку вперед, хорошо. Дедуганчик вперед идет. Дедуганчик идет вперед. Хорошо, отлично. Эх, не добил. СФ такой сразу на характере выбегает, начинает добивать всех крипов. Посмотрите, вообще. Сразу видно. Профессионал геймер. Оп. Ну, хорош. Хорошо. СФа будем убивать, надо чуть прокачаться. Я не понимаю, почему я опять тут в хейле фармлю. Ладно, у нас тройка, четверка будет, окей. И вот так поразминаем СФа. Хорошо. Чуть поразминали. Второй левел есть. На минуте, ребятки, на второй пойдем рунку заберем. Я так думаю, СФа тоже стики есть. Что ты меня морозить будешь? Так мне ж не холодно, я холодильник сам. Оп. Ну, кстати, тут тяжелая линия будет. Тем, что тут нюков очень много. Надо бы стик взять. Хорош, пойду на руну схожу. Давайте сапог пришлем. Упсина, что там по фарму? Ну, и ботл не собирается брать, у него 200 золота, поэтому сапог берем. Прочекали куру. Сэф, стики, хилы. Ну, гона инвокера сольем немного кнопок. Почему нет? Поморозим, там все равно реген лежит. Регенчик. Хорошо. Дали ему колду. И отошли. Yes. Yes, go. Эсфе. Эсфе убьем. У него как раз 300 хп. Можно задушить. Нашел кур. Залагаю. Интересно, если я начну, ЕС будет начинать? Тоже. Кристалка меня морозит где-то. ЕС и пойдет, он так походу до конца, до колодца будет идти. И сур он давать не будет. Это чисто разминка была сейчас. Разминочная. Разминочная кнопка была. Давайте стик возьмем без транквила пока. Соул, хорошо. Соул есть, это хорошо. Просто сейчас они кнопки пропают, будет очень тяжело их убивать. Очень тяжело. Инвокер не пойдет никуда. Если фиссуру дает, мне кажется, убиваем. Хорошо. Отлично. ЦМ-ка минусом. Я тут зарегенюсь. У него там хил еще есть у СФ. Но там в шодотер. Шодотер. Да, хилится. Фулово уже. Там шодотер на СФ. Оп, хорош. Одного крипа добью, будет... А, сейчас санстрайк же еще будет. Санстрайк будет еще. Но СФ сейчас заберет его. Хорош. Сан залетел. Шодотер на СФ там. А, кстати, койлы, да, он так по таймингам 10... Каждые 10 секунд койл выдавать. Страшновато. Мне бы одного крипа добить. Транквил купить. Сэф на базу ушел, наверное. Эх, не добил. А купишь ты? О, GG. More gold is acquired. Мы тут с магазина прочекаем, будет она тут
Хорошо, побегает. Но у меня транквил, я быстрый. Главное, чтобы крип не сбил. Ну, собьет, да? А, нет, не собьет. А, сбил. Все, хорошо. А, тут еще отводик. Нифига себе. Ладно, но меня не догоняют, по идее. Сэф с ДДхой. Погнали, экспица. Жесть, что за суета? Что за суета? Хорошо. Сделали так, чтобы крип бежал за мной, чтобы даже вижена нету. А че, кто это к нам ТП дает? Зачем? Отлично, пробузили. Хорошо. Хорошо, но жалко, что эсэпа не убиваем. Должны убивать. Хватает нам чего-то. Мозга, наверное. Ладно, ничего страшного. 0.8 когда одушит. Оу. Есть, брат. Ну давай. Он замерзнет сейчас. СФ там еще. Эх. Ну, сейчас там еще ССшка будет. ССшка будет. Надо не подставляться. Делаю вид, что ухожу, но на самом деле... Ай, СФ тут. Ой, вернулся СФ и задушил, прикиньте. Но я боюсь, инвокер, блин, там раскидывать будет. Этот внизу кормит. Кто там кормит внизу? 0-2, Вайпер. Опа, на низ, окей. Вайпер там внизу фидит. Расфиженный Рикимару, то, что нужно, да? Печально, СФ меня забрал, вообще не должен был забирать. Ну а как тут мансить? Банально идти, чтобы инвокер прочитал? Я не знаю, честно. Итак, я так не умею доту играть. Мрики, ЦМ-ка. 10 стиков. Гос, стянемся, так сделаем. А, там сало, вон она все. Там сало. Убьем, нет? Рики, печально. Оп, смотри, как умею. Оп, хорошо. Нормально, раскайтили, Рики еще забрали. Че, Рики забрали. Молодец. Потма. Эх. ЦМ-ка уходит на таких хп, ушла таки, да? Мне кажется, она сейчас пойдет на вардинг, не? Давайте проверим, пойдет на вардинг или нет. Если пойдет на вардинг, я ее убью на вардинге сейчас. Просто все первый накинем и все. Сало уходит. Оп, уже по идее увидела, если идет. Но у меня транквил, я очень быстрый. Нет, не пошла она на вардинг. Забрал там инвокера, он соло. Молодец. Ой, хорош, еще и глобалку закайтил. Ой, прыжки Блинковичи. Ля, он там быстро, у него фаза что ли, да? Там задрот на Рике. Ой, фиссурой прибили таракана. Нормально. Шейкер ему помог этот. Стилит. Да он тебе жопу спас. Такой стилит. Так, ребятки, АТО с первым артефактом. Хорошо. Напичка от пушки, стилит. Пушечка. Какой токсик. Напади. Убьем. У меня кнопки есть. Твой саппорт заряженный. Го. На топе весело. Ну и сэп заряженный будет, да. Вот мы уходим лоу хп. Смотри, я инвокеру проказ дам, он. Инвокера я заберу. Хорош. Хорош. А так сделаем. Вдруг Рики нападет. Виталика бустера берем.
Нормально, активная катка, мне нравится. Правда, на топе что-то непонятное. Мне нравятся такие катки, активные. Вайпер, фидер, 0-4. Один кида там, наверное. О, ЕС, что делает? ВТФ. ЕС, что делает? О, божечки. Вы чё, пацаны? Вы чё делаете? Что делаете? Что делают они? Что они делают? Гоу. Изи, мне кажется. И зубрезу. Я очень жирный, 1000 хп просто. Готов душить, так сказать. О, я не отменю. Ульт аппарата что-то залетел. Жалко, детекшена нет никакого. О, есть детекшен. А, сильно взорвало. Хороший ару туда еще я заберу. Да? А, отлично. Нет кнопок. И нету кнопок. Так, попробуем. Ой, хорошо, вкусненький. Отлично. Эх, если я сейчас закину сюда. Красота, чисто на вставочку. Чисто на вставочку. Вообще красота. Вообще красота. Жесть, вот это красиво было. Прям такой ульт, такой. И он испалился. Все. GG. Сейчас Атос будет. Кстати, я Рики забрал. 4 фрага я тут сделал. Нифига себе. Аппетитно. Блин, этот аппарат мне намного нравится больше, чем тот, который через обычные Юла, Арканы. Вообще не то. А этот прям агрессивный. Он регенится, он поплотнее. Дропнем его. Не знаю, ни одну катку, ребятки, не могу сыграть нормальную. Так, СФ ушел, там вообще СФ еще на таких писюлинках убежал. Так, есть визарды, да? Есть. Сейчас будем варды таскать. Давайте тут подфармим. Заэкспимся. 12-я минута, Атос очень хороший результат. Очень хорошо. Сейчас начнем соло кидать, килять. Возьмем варды. Сентри опсы. Дасты надо взять. Сентри опсы и дасты. Так, сделаем. Пусть летит. Хорошо. Пойдет. Давайте. Раз, два. И, блин, дасты бы. Я Рики соло убиваю. У него хоть и фазы. Но главное, чтобы рядом никого не было. Но крипы. Он может попрыгать. По крипам и все. И ГГ. Хорошо. Ика Буми. Или Лика Буми. Что за ник у него? Лука Бумл или... Непонятно, короче. Она делает непонятных ников. Давайте дасты купим. Хорошо, Лика Буми будем. Лика Буми. Будем называть его Лика Буми. Все, погнали. Ага, вот он. Хорошо. Лика Буми. Да ты умер. Тебя саппорт убил. Давай добьем тогда так. Хорошо. Вискет Суск сделали. Лика Буми. О! Давай. И Вокера туда же. Инвокера туда же. Он ждет этот, что ли? Инвиз? Жесть. Ох, что-то пора с Атосом.
Это жесть. Стилер помойный там. Максини чел максимально токсичный. Сидит. Стилер бим. Вот это я понимаю аппарат, который душит. А тот скупил, победил. Что, завардимся? Пойдем на топе варданем. Слепой, что ли? Слепой, походу, на Ксине. Мог забрать, кстати. Я не буду, да, стыжать, тут у меня нет кнопок дополнительных. Давайте варды поставим. Ксин токсик. Жесть. Тэшку заберем? Как думаете? Хорош. Молодец, Азиз. Хоть что-то забрал. Овныч. Тебя там пацаны душат. Эй, ну хорош. Вот я весь день сегодня пытаюсь записать гайд, и у меня проблема такая, что мне начинает постоянно подлагивать. Что это такое? Не души. Так, point booster. Но дефолтный аганим, ребят, ну вы чё? Как без аганима? Хорошо, так, вайпер ливнул, фидить некому, да? Все, начинаем выигрывать. Классика. Эль классико. Ел классику, как говорится. Вот здесь подфармим сейчас. Иншокера пойдем сейчас убивать, да, наверное? Через ТП-шку попробую. Он недолго, по идее, там... Ну, он долго должен фармить, по идее, да? Хорош, не лагай. Да дай поиграть, да? Это мой интернет. Все, найс. Я просрал все, что можно было. Можно было там забрать спокойно. А боже. ЦМ-ка идет, да? С вардами. Его попробуем. Рики я сразу убью, по идее. Если не залагает, будет очень по кайфу. Да хорош. Я не знаю. Лобалка еще. Я честно, вот я же залагал. Бро. Я залагал. Санстрайк будет еще сейчас. Стоим на месте. Ходим. Вижен дается, ССшка будет. Жесть, как же этот Атос солит. Санстрайк можно? По расписанию. Ну, сори, если бы я не лагал, вообще по кайфу было. О, все, найс. Все. Сори. Сори, подлагивал. СФ Лотар. Скоро Лотар. Давай беги быстрее на аппарате на своем. Так, ну мы тут сейчас прятаться будем, по идее. Если СФ не самха, нормально будет. Мне нужно варды. Ой, варды. Дождаться. Пока ССшка прилетит. Все, найс. Вот туда под Т-шку закинем. Рики по-любому под Т-шку будет уходить. СФ там в жопе. А, нет. Оп, ну ульта нормально в двоих, да? Вот ЦМ-ку, только ЦМ-ку. Хорошо, ТП-шка и дасты. Погнали, так же. Сейчас ульты только не будет. СФ на миду. Вокер на топе. Погнали на низ. Потому что нужно драться. Нужно драться. Хорошо. Забрали, бойца потеряли, пацаны. Рики выйдет, умирает. У меня есть кнопка. Есть кнопки. Вон он идет, да, уже? Видели, дерево упало? Дерево упало. Ну, Рики подходить будет. Нужно сделать так, чтобы он вышел. Что, типа, подумал, что я соло иду, чтобы он не отблинковался никуда. Иди за мной, иди за мной, иди за мной. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, кутя, кутя, кутя. Успеет отблинковаться. О, так ты в меня хочешь, да? До свидания, я пошел. Отстань, инвокер. Что там, у тебя юл, что ли? Не надо, не надо, не надо, пожалуйста. Хорош. А Рики не сдох. А Рики-то не сдох. Рики-то не сдох. Вон он, живой еще. Все живой. Кнопки жмет. О, да ладно. То есть ты такой вот, да? Там еще СФ, ну типа такой себе. Ульта в КД. Не надо, пожалуйста.
Ой-ой-ой, сейчас душа зацепит еще. Давайте вот так сделаю, а то скинул ему. Чё происходит? Что за охота на аппаратов? Жесть. Когда инвокер реснется? 2 секунды. Я отхожу. Сейчас ССшка будет. Чё за охота, блин? Вы чё, рыбалка, охота, что ли? Мухарь. Вот этот мухарь. А, блин, ульта конченая полетел. Сори, ребят. Жесть. Можно сразу дропнуть, чтобы забить. Забить. Ксин полетел. Ну, ЦМ-ку убьет. Мхар. Давайте опять вот так вот сделаем. X, Y. И W почти есть. Жесть, вот это драки. Вот это я понимаю, активная катка на аппарате. Кайф. Ребятки, всем советую. Если хотите на аппарате играть, играйте через Атос. Это вообще максимально профитно. Это просто максимально рабочая тема. Мхар. О, шифтом, хотел сказать, фистом застилит. Фистом застилит. Смотрим реплау. Смотрим. Одобряю. Смотрим. Иншолкур идет, да? Юл, не надо мне давать? У тебя же нету кнопок. А, 3 кнопки есть, да? Я тебе в ответку дам. Так, а тут Рики. О, тут еще и Сало, но это смерть. Это смерть. Добегались. Добегались. Ну, максимально потерял позиционку, испугался Рики, думал, вот здесь начну мансить. Начну мансить. Но не удалось. Точно, МХ. Ребята этого тоже заберут. Starfall нанесет очень много дэмэджа. 500 урона нанесет. Красава на подме. Хорош. Хорош. Так, СФ пришел. Но я что-то не решился ничего нажать. Я хотслоем дает. Хорошо. Хороший раскаст. Иксин раздушивает. Да додушивайте. Вы че? Ой. Джи. Джи. Так, ну ребят. Есть у нас, кстати, Аганим. Аганим, если был, сразу получше было бы в драке. Так, давайте там. Это надасты. Чпоньк, надасты, хватат. Все, и погнали душить дальше соло. Инвокера попробуем сейчас убить. Отлично, поехали. Не будем подходить к нему на юл, но он может сам себя заюлить. Это плохо. Бафаем третий. Не люблю этот чилинтач вообще на самом деле. Чилинтан. И улить будешь? Ах, найс, фиссура. Я мог не тратить даст, если бы сразу фиссур дал. Next, что сделаем? Наверное, давайте тут через Октарин сыграем. Можно даже next там Октарин сделать. Октарин, почему нет? Можно было юл сделать тут инвокер еще. Тут не будет ни лотаров, ни дагеров. Манты точно не будет. Ой-ой-ой. Я понял. Но ес... А, ес без кнопок, да, вообще? У него ману сожгли просто. Барды надо. Сало, конечно, законтрил. Ладно, 2 раза подряд сдохли. Я замечаю, знаете, какую контору? Тенденцию. Если вы сфидели 1 раз со стриком, тем более, то вы фидить будете по КД далее. Не знаю, как это работает, но это вот как-то так вот. Закономерность у меня такая всегда была. В 90% игр так всегда и получается. Го вместе. О, потма, фидит. Фидид. Фидир. Гудбай. Дай сейф пойдет, интересно. На руну пойдет? Давайте на руну ультанем. Может, на руну пойдет. Видит ДДшка, там ЦМ-ка по-любому вардит.
Типа такой, о, пойду ДД заберу. А туда аппарат ульту кидает. Думаю, ну ладно, не заберу тогда. Блин. Серьезно. А, хорош. Хорош. Отлично. Прочитано почти. Но вряд ли умрет. Но хотя ультимейт апнутый с аганимом. Ну а если в течение 5 секунд не умирает, то вряд ли умрет. Эй, хорош, да? Сура, брат. Вот тут еще и Рики. Стики не нажимаем. Сколько там фейтайм? ESF не сдох еще. Да что это такое? Вот просто сноубол пошел, лютый. Инвокер прыгает сразу, где-то вар тут где-то стоит, что ли. И сало еще накрыл. Да, вот сейчас Юл бы пригодился. Пригодился бы Юл. Умер. Да он просто инвокер такой сразу прыгает, и ГГ. Ксина не хватало в драке, да? А он пришел. Он на сплитпуше играет. ХЗ, 3 раза подряд сдох просто, вот уже. Ладно, ну меня цепляет постоянно, мне сейчас колбу дали, инвокер вообще даггер себе купил откуда-то, не знаю откуда он себе даггер взял. Он же там видит, ходит, не знаю. Но если мы так не соберемся, я ХЗ. Мы тут лузаем. СФ-а соло могу убить, но не могу, пока что в таверне. Есть ТП-шка? Дайте мне вот это. Кто ты пишется так нагло? Ну зачем? Я же забираю его. Давай сэпа крипа. Печально. Так что ксин. Вот здесь вард пнем. Это там чисто охота на аппарата начинается. Юла не хватает, конечно, сейчас. Прям максимально. Юла не хватает. Надеюсь, безболезненно заберу эту руну. Мне чуть-чуть, да. 16-го. Опа, мне экспу дали только что. СФ, что ли, тут? Лоу. Клобалка. Пацаны начинают камбэчить. Хорошо. Токсик. На ксине. На топе много фарма. До их БКБшек мы должны выигрывать сейчас игру. До БКБшек. Диффузил там. Это ГГ, кстати. Диффузил это ГГ. Он прям как будто знает, куда идти. Го, Мунлайт. Есть Мунлайт. Так, сделаем. Хорош, чпокнули. И я смог, кстати, дать кнопочку. Я на топ пойду дефну. Опять нас 4, кстати, в этой игре. Так, ну Юл, наверное, будем делать. Сэмка бегает, вардит, да? Юл опять-таки могут задиспелить. Товарищи. Так, табор не могут задинаить пока что. Ох, ес, эхослэм бахнет туда. Бахнул бы эхослэм. Ой, хорош. И ульта аппарата туда залетела. Хорош. Но это минус 2. Смелых. Хорошо. Смелых минус 2. Отлично. Смелых минус 2. Рики. Дастов. А, дасты есть. Дасты будешь скидывать сюда? Нет, не будешь? Ну и ладно. А ну так сделаем. Да, я не могу дропнуть, блин. Дропнуть не могу. Надо было, блин, сразу это. Кто знал, что глобалку жать будет? Я не знал лично. Ну, я догадывался, что может нажать. Я кидаю ультимейт, думаю, ну, ультом шотну его просто и все. И все. А он, оказывается, такую тему делает.
Ладно, я так и кликаю. Та-та-та-та-та-та-та, не могу. Сало есть. Можно поесть. Что, делаем юл, интересно? 2700. Можно юл сделать. Давайте юл все-таки сделаем дополнительно. Тут инвокер, будет глупо, если его не сделать. Юл этот, из-за инвокера только юл делать. Внизу зафармим. Или нет, там ксин полетел, да? Чак. Может, что-то попадет еще там. 2800. 2900. Ну, соточка. Соточка. Пойдет. Го юл купим, ребят. Юл. Хорошо. Блин, ну эта катка прикольная тоже. Активная, не считая середины, когда начался фит. Жесткие. И сейчас давайте сделаем покупку прекрасного артефакта еще. Дастов называют. Дасты купим. Дасту даст. Окей. Хорошо, и можно по чуть душить их. Инвокер пока не имеет аганима. СФ пока без БКБхи, тоже как крип. Надо его тоже искать. Я бы лотар сделал бы, двигался бы с лотаром вообще по кайф. Вот так вот сделаем. Ну, тревел надо сделать. Курусалет щита, походу. Его на пятерку кол. Это иллюзия. Чел, ну я не стал специально переконтроливать, не стал рили. Я ему, ну, покликался, типа, летит кура, даже не стал трогать куру. А он типа пофиг ему. Так, ну у меня, если что, есть дасты. Ой, как хорошо. Рики Тавернелла. Винишко. О. Хорошо, этот туда же. Сейчас инвокер еще придет. А я тут умер. Все равно. Или нет. Еще живой. Розовый и теплый. Аксин вот нет. У него есть ремнант, он не жмет. Ремнанты не оставил. Это смешно, как бы, но... Каточка лус, походу. Ой, цемочки, ГГ. Понь. Хорошо. Син столько флеймит. Скади на куре был. Так кто тебе виноват, что ты ее слил? Вот так вот немного напишем. Посмотрим, как он отреагирует. Так, на топ закинем ульту. Летел. Хорошо. Так, делаем. В реке внизу, го прогуляемся. Тревел есть, погнали, соло гейминг. Куда пойдет? Стоит АФК, да? Че там? А, там про ЕСа все замутно. Я уже тут подспалился 100%. Да надо кем взять? МХ аппарат. Да, 100%. Спайте. Иди в задницу. Хорош. Это минус СФ. Все равно умрет. Иди отсюда. Прыгать будешь? О, сюда. СФ УГГ. И ты куда? Макнагицы. Да, смотрите, меня убивает. Я тут умер, скорее всего. А так, давайте сделаем. Инвокер вроде же мертвый. Ой, как хорошо. МХ аппарат. Получается. Жесть. Надо на базу идти, ребят. Нет хп совсем. Просто пешки. Минус 5 сделали. Хороший файт. Максимально хороший. Патма молодец, на самом деле, очень много делает. Идти. Идти. Токсик. На хине. Хорошо.
Мид. Ребят, согласитесь, на Ксине максимально токсик сидит, играет. Максимально токсичный чел. Вот все вот он там пишет, все вот это вот. Я мид, я мид, я все, я там едь, а я то. Хорошо. Ну, ребят, интересная катка получается все равно. И остается у нас секретная катка. Что на секретную катку придумать, я, честно, даже и не знаю. Эти ульту закину туда. Ой, как хорошо. Ой, хаслэм, ульта залетает. Посмотрите на эту красоту. Минус один. Сюда. Хорошо. Сюда. Даблкил делай. Давайте засейвим этого чупакабру. Чукабабру. Чукабабру эту засейвим. Вот так вот. Я мог не давать его специально засуицидить его. Даже спасибо не скажешь же есть. Даже СПС не скажет. А, сказал. Ой, жесть. Ой, понятно все. Даже СПС не скажет. Гнилой такой. Жесть. Кто еще гнилой? Вообще максимально гнилой чел. Кто еще гнилой? Где СПС? Вот Маша-то там вещи какие-то делает. Бабакс? Жесть, но этот аппарат прям лютый, ребят. Честно, рекомендую вот такого именно аппарата собирать. Он реально офигенный. Он реально офигенный, этот аппарат. Гоу, Октарин. Ксина там душат. Октарин, чтобы быстрее закидывать. Закидывать быстрее ульты. ДДХ. ДД. Гоу. Хорошо, мид мы сломали им. Октарин чуть-чуть еще. Можно СФ, в принципе, лететь туда, спокойно убивать. О, гоу, я зайду. В спину, может. Прочекаем сентри, опсы. Варды. Все, прочекаем как можно. СФ сейчас прочекаем. Возможно, он там помансит чуть-чуть и убежит. На байбек. Ой, на байбек, на БКБ-ху разведем. О, вижу. Хорошо. Сюда. Хорошо. Я заберу его. Хорошо. Ой, ес, не допрыгнул. Так, ну этот замерз. Холодно стало. Резко. Глобал. Ой-ой-ой. Инвокера замедлю через атос. ЦМ-ки накину второй. Скастить будет. Вай, хорош. Трипл килл. Нифига себе. Эх, но вся тут уже не достаю. Ну почти. Почти еще раз на вставочку. Поржи душат. Блин, ну это круто через дотос. Еще вторым спеллом подсвечиваешь и нормально вообще получается. Вообще по кайфу. Так, ну почти атос есть, да? Ой, атос. Да вы поняли, короче. Блин, кайфовая катка, не знаю, на аппарате прям сейчас кайфую плеять. Ой, вы видели, что произошло? Жесть. Жесть, СФ как крип. Как крип рассыпался. Все, гоу, закупать Октарин. Уже катка кончается, я до сих пор без Октарина. Классная, активная игра. Вот такие каточки, ребятки, прям по кайфу смотреть, да? Не прям, вот, не такая, как прошлая катка. Она, прошлая катка потная, лузовая, но... Прям, блин, вот эта катка прям кайф. Она активная, все активничают, все стараются что-то делать. Ля, не даешь ждать, да? Опа, даешь. Хорош. Хорошо. Меня не видно, если что. Так, делай. Минус 3 даешь? Тут максимально жестко, красиво сейчас было. Если бы еще трипл кью был, вообще можно было даже еще раз на вставочку. Там вставочек уже столько у меня, что, блин, я давно такого не было. Но не было таких красивых. Вот тут вот красивая вставочка была прям, такой трипл.
Я, наверное, и оставлю это, эту именно вставочку. Респаун. Хорош. Кто хост? Я хост. Так, я лагаю. Жесть, ну прям вот это прям вот сюда. В баночке. Не. Прям баночки. Прям баночки чувствуются в этой катке. Активная катка, когда активные игры на аппарат прям вообще по кайфу заходит. Хорошо. Но мега крипы сюда. Вместо Атоса можно будет еще что-то сделать. И. Пухупх. А давайте прочекаем действительно, кто на первом месте будет. Пухупх или не пухупх? О, ЦМ-ка погибла. Ты такой жалостный просто. Я тебе ни слова не говорил. Ты токсик. Тупо. Тупо токсичный чел максимально. Пухупх, говорит. Ох, он там эхо-слэм соло сливает. Го, пухупха. Убей ксина этого. Не дает. Ребят, ну согласитесь, максимально токсичный ксин попался в игре. Пухупх у него просто. Так, этому закинули. А, он фистом, он тут по-любому фистом захочет застилить. Анкриса же есть. Ребят, вот такая вторая катка у нас получилась. Очень даже интересно, сколько я купил вардов. Вардов всего 12 купил, 48 купил, а потом красавчик она. Молодец тем, что разбавила эту игру, так сказать, своим саппортом дополнительным. Очень интересная игра, очень активная. Че там у нас? Ну, Ксин. О, ну, кстати, отрыв сколько? 70 тысяч, да, и 60, в принципе. 12 тысяч разница. Ну, а по всем остальным, конечно. До свидания, товарищ Ксин. Вот так вот сыграли на саппорте, ребятки, каточку. Сейчас пойдем некстовую, секретную. Если честно, хочется собраться лютую катку. Надеюсь, эта катка вам понравилась больше, чем первая катка. Поехали некстовую. Так, ребята, загрузилась у нас некстовая. Что ж, конечно же, сейчас мы должны собрать аппаратов интересный и нестандартный билд. Сейчас мы постараемся сделать его в керри. Надеюсь, катка пойдет гладко и она будет более-менее хотя бы как-то балансная. Это жесть. Какой же сейчас мусор происходит, ребятки, на айкапе? Это просто ужас какой-то. Невозможно почти играть, везде софтеры. А на аппарате, конечно, нужно попадать ультимейтом. И очень тяжело попадать ультой, когда ребята просто безвиженно уходят от ульты аппарата. Это очень-очень-очень странно. Но ничего, это мы все переборем. МХ с Асад. Еле-еле пацаны с МХ даже выигрывают. Прошлую катку проиграли. Очень тяжелая игра была. 2 на 4 катка была. Ливают, жесть. Так что, ребятки, не знаю, как в дальнейшем будут выходить гайды, но сейчас с написанием гайдов максимально жесткие проблемы. Реально очень жесткие, потому что первая дота умирает. Если год назад было намного легче гайды писать, такого мусора не было, то сейчас мусор максимально тяжелый. Очень-очень много софтеров плюс ливеров, вообще невозможное количество. При этом ставишь РЛ по 4000, ПТС по 3000 и не удается все равно. Все равно не удается. Но ничего, это все переборем. В общем, касаемо катки, ребятки, давайте сейчас разберемся, что мы будем делать. Во-первых, что я хочу сделать? Я хочу сделать керри билд. Это первый момент. Керри билд — это очень интересно. Это очень круто. Го я мид. Давайте пойдем мид, ребятки. В этом гайде я ни разу не пошел на центральной линии, хочу это поправить. Вот сколько играю, один раз я только сыграл на центральной линии, и то эту центральную линию я в салат вынес даже при роумах. Даже роумеры умирали. И все равно получилось так, что проиграли, к сожалению, у нас осталось мало игроков в команде. И не удалось задушить. Так, ну что там у нас? Что будет? Что будет? Кто на мид пойдет? Я пойду мид. Я центр пойду. Идем центр. На аппарате. Давайте возьмем ВБшечку. Погнали. Через ВБ поиграем. СК, снайпер. Хорошо. Как хорошо начинается все. Так, ну в принципе по пику вообще там вата. Вата лютая. Если возьму, сразу куплю.
Хорошо, там вата лютая, ВС, и это будет по кайфу разносить. Кайф в скане вообще шикарно заходит. В керри билд, как вы поняли, да, это будет керри билд. И в керри билд скане просто максимально шикарно заходит. А касаемо самого геймплея в целом, будем также собираться через Транквилу и Атос. Это максимально лютый, лютый ганговский билд. Да, гоу, вардик даш. И замедло, стан и все, просто с ульты сливаешь. И просто по колдауну можно убивать. Конечно, кдшки не такие маленькие, чтобы убивать. Но, допустим, по кд ультимейта каждые 40 секунд гарантированно вы делаете фраг. Гарантированно. Просто нужно нажать С, Е, замедло, Т, еще раз Т. Все, и вы убиваете. Так что вот такая катка. Как будем тут качаться? Посмотрим, кто будет на миду, и будем играть через третий. Будем играть через третий. Если третий, так, пуджей там нету, все, хорошо, можно спокойно стоять. И не париться, что тебя сейчас подхукают. Хорошо, все, руну я куплю. Ой, руну я куплю, куру я куплю. Руну я забрал. Хорошо, вардик можно поставить. Вообще, давайте вард поставим такой, чтобы можно было еще и руну видеть. Достает, достает, отличный вард. Хорошо. Чуть сейчас поднакопится. В разбендик мы купили под аквилку. Кстати, на миду аппаратом стоять очень-очень легко. Вы просто зоните оппонента первым спеллом. Он вынужден либо стоять хапать под первым и потом замерзнуть, либо вынужден отходить просто. Так, куру берем, я обещался взять куру пацанам. Обещание — залог успеха. Оп, сюда. Ух, как он переагривает. Ну посмотри, будем третий качать. Оп, мой. Оп, мой. Оп, не мой. Ну и не твой. Ха! Хорошо. Сюда. СФ тоже, наверное, думает, что за аппарат из фрейсбенда, что за дрот на миду. Что за задрот там за миду. Ох, каелы пошли. Ну, каелы страшно выглядят. Сюда. На третьем левеле начнем максимально харасить. Вообще желательно взять стик сейчас. Стик сразу возьмем. Так, добивать бы еще пока. С ВБшкой очень тяжело ласхитить. На самом деле, того дэмэджа вообще не хватает. Мизерный дэмэдж, казалось бы, так. Но сейчас начнем нагнетать немного. Вот так вот делай. Пол хп сюда. Иго ласхитить аккуратненько. С третьим по кайфу ласхитить. СФ чапает сэндово. Так, колдфит 150. Оп, хорош. Хорош. 150. Так, нужно тут отмансить. Оп. Ух, нифига себе. Страшно было. Опасный был момент. Меня там обходят, да? Ага, это плохо. Ну давайте от ХГ сыграем. Если что. Эти хил на лицо накинем сразу. Когда хоста пропадает, брат? Хорошо, воспользовались. СФ туда же. Чуть-чуть там у СФ хп осталось. А, батлейга. Но это плохо, я ботл еще не успел выфармить. А он уже с ботлом. Сейчас начнется харас. Меня еще роумер сейчас заставил немного потерять времени. СФ агрессивный прям максимально. Следующий койл, я умираю, мне нужны расходники. Оп, хорош. Понимает контору ТСФ. Не достает, хорош. Оп, есть. Где там расходничек идет, да? Хорошо. С ССФом тяжело стоять сейчас. Он пытается так что-то, пытается. Но на самом деле все равно сдохнет тут. Пятый левел уже точно не будет ничего тут. Ботл надо просто срочно. Срочно ботл нужен. Зря я взял в рейсбенд. В рейсбенд мне начальный фарм очень сильно осложнит. Стой. А там нет ни хрена. У меня стики есть. Жесть, я сейчас под табором хапну. Ой, печально. Ну, тангу скушал, ушел на Б. Так, ладно, я беру здесь руну. Надо было сразу третий бафнуть. А, окей, ты тут, да? Хорошо. Регенерация, так это ж вообще хорошо.
СФ, куда пойдешь? Через Т-шку. Он, наверное, пойдет на своих. Через Т-шку он не пойдет. Давайте сапог возьмем, ва-банк пойдем, что ботл потом посмотрим. Так, а там парень на аксе убегает, да? Кругаля наворачивают. Go up, I'm level. СФ, я крипстат максимально слил. Там СФ не овер жесткий. Это очень странно. Почему так плохо? Сейчас монету пойдем заберем. Сапог берут, чтобы убивать. Отлично. Монета. А вон и СФ. СФ до сих пор там ходит. Жесть, он левелы теряет. Он сейчас, я уже буду 6-й левел. Так, извините, товарищ легион. Я уже буду сейчас 6-й левел, а СФ до сих пор все. Куда Лего пойдет? Если сейчас тут не выходит, значит сюда закидываем. Сейчас закидываем. Ого! Понимаю. Нифига себе. То есть он не стал там фармить, он пошел дальше. Жесть, не могу за вас хитить. Так, но у меня есть стики. СФ, что там у тебя? Сапог ботл? Хорошо. Я вот так тебя покошмарю немножко. Хорош. Если у меня всего 15 крипов, это очень мало. Стой. Этого сюда. Этого сюда. Пойди, даблкил. Хорош. Ботл. Так, стопэ. Крипы возбудились. Надо их убивать. Два. Три. Все, я должен уйти тут. В теории я должен уйти. Еще ДДшку по пути запухчу. Хорошо. Отлично. Просто прекрасно. Так, ботл есть. Ботл есть, аквилу гоу. АТПшечку. Так, СФ уже вернулся, я до сих пор не дошел до базы. Пойдет, неплохо, неплохо. Дабл килл хороший, хороший. Ульт аппарата делает вещи. Так, а Акуру что реюзаем-то? Я не понял, что реюзаем-то? Мидеру нужнее. Рекуру. Восполняем здоровье. Идем на централь. Давайте стикапнем. Хорошая СФГ. О, я ТП-шку конченую делаю. Конченую ТП-шку сделал. Сюда. Сюда. А, пацаны, можно пофармлю, братцы? Это моя линия. Спасибо, ребята. До души. Так, но с СФом справились. Даже с роумером справились. Жесть, ребята, пришли по вас хитить. Риса. Бомба. Так, ну что, аквилу. Керрибилд. Керрибилд тяжело разгонять на самом деле. Через этот. Через атос самото. Блин, СК жесть. Фарм пришел забирать. Так, 18 крипов с мида. Очень мало. Так, РБ. Вот так вот сделаем. ТП-шка и вот такую тех. Хорошо. Не знаю, почему транквилу не делаю. Но мне нужен АТОС. АТОС нужен. Макс, там лоу хп. СФ тут пойдет, по идее, да? А, не, СФ остается. СФ, брат, будешь руну брать? О. Ну, про умера убили. Да не захилишься ты. Нифига там СФ заряженный. А если вот так я сделаю? О, ТП-шку кто-то еще делает. Кто-то еще Акс, по-моему, ТП сделал, да? Конечно. Что там у Акса? 6-й левел. Но будет ульта, я смогу с ним разобраться. А эти транквилы все-таки добьем. Серьезный СФ такой. Уличный боец называется. СФ называется игра «Уличный боец». Оп, хорош, послушно. Давай его убьем, почему нет.
О, тут и Акс еще, да ладно. Ну, такой Таранька, там убили Тараньку, но тут, сори, тут Акс. Акс не в тему. Вообще, вообще не в тему, Акс пришел. Ладно, сфидели, а что сделать? Второй раз, кстати, на мегакиле именно руинюсь. Ну, пацаны, видите, активно играют, еще за окном стучит кто-то там. Ну, я знаю, кто там стучит, не суть. Вот сюда вард бы, туда бы опс. Вот сапа. Было бы хорошо. Что там, СФ, ты мне тавр хочешь сломать? Ну, тавр, кстати, такое. Ой, тавр. СФ 0-2 в миду, у меня 5-1. По факту отыгрываю сейчас лучше. Но все равно. Ну, сюда поможем. Поможем. Плохо, это минус ульт. Божечки, да ладно. Давай, убьем Макса. Хорош. Ого, нифига ты осмелился. Вот такое, кстати, может убить. Брат, вижен даешь? Да вижен дай! О боже! Приколист чисто на Абадоне, видели, что делает? Если бы он вижен дал, я только начинаю замахиваться, он такой раз отошел. Опять замахивается, раз отошел. Ужас какой-то. Аба, смелее. Жесть. Он, видели, такой, хочу и не хочу, хочу не хочу. Там же, блин, он встанет стоит. От псишока. Так, ну Виталика бустера. 10-11 минут Виталика бустер. Лего, жесть, видели, что сделал? Лего жестокий. Так, это по идее минус. Оп, четко. Есть, киллинг спри сюда. Положи в копилочку. Ахевич с даггером уже, да? Нет, еще это радует. Так, я иду, фулл хп, идем душить. Как слышно, прием. Опа. Well. Чуть я не встрял. Жесть. Что это такое? Что это такое? Сюда, ля, там тычки с чиллинг тачем этим. Это просто шок. Я буду сейчас прыгать. А не о чем, брат, засейвить. Я бью, конечно, с руки. Сюда. Отлично. Сейчас Атос прикупим еще. Жесть. Я такие люблю катки. Надеюсь, вы такие катки любите тем, что они активные. Таранька, бедолашка там. Татанька или Таранька, как у него. Татанька. Ты хочешь руну забрать? Я не дам ему руну забрать, я ульту закину сразу. Хорош. СФ, не переживай, все хорошо. Я руну забрал. Давайте зарегенимся немного. Татанька, тутанька или как у него? Таранька. Так, ага. Внизу руну тоже забрали, да? Хорошо. Каково будет удивление Абадона? Ой, Абадона, Легиона, когда я его буду убивать с руки. Эх, не попал инициалочкой. Просто закинул, получается. Правильно. Жалко, что только инициалку закинул туда. Вернее, не попал просто даже. Но мне надо чуть-чуть до Атоса. Буквально один фраг. Надо на базу идти вообще. На базу надо идти. Го, на базу быстренько. Сходим. Пока что играем, как играем, ребятки. И выходим в билд обычный, дефолтный. То есть это не керри билд, это обычный билд. Сейчас выходим в обычный билд и переходим в керри. Переходим в керри. Почему так именно? Потому что через Атос самый кайф убивать. То есть по-другому, ну никак. Так, вот это сюда закинуть надо. Тутаньку надо там. Продамажить. Хорошо. Опа, в двоих ульта. А, не попал в него, да? Жесть. Тутаньку не убьют. Или как там у него? Таранька, топанька. Та-та-пахпка. Та-та-пахпка. Точно. Все, топахпка. Так, ребята, мы идем вниз помогать, чи нет? Там были, по идее, сейчас еще и Лего придет, и все, весь гей-парад там будет. Все, зарегенились. Отлично, сейчас Лего придет, нет? Можно Легиона. А, он фармит там на той.
Некогда им. Некогда им, он фармит. Топанька. Так, забирает он. Хорошо. Так, 500 золотых остается, да? Топанька. Папанька. Блин, я запарился. Повторять не знаю, зачем ты говоришь. И почему я вообще сам с собой постоянно разговариваю на записях? Топанька. С лотаром, да, наверное, топанька там. Еще и с хостой, да, не понимаю. Вай, вообще. Топанька. Папанька. Дай одну тычку отвешу. Эх, если бы сдох. А, захилил еще. Но не хватает Атоса максимально. О, вар, да? GG, но по идее не должен сдохнуть, я в дуэльке. Сдох в дуэльке. Вот здесь вард стоит. Тут опс. Все, я пошел Атос дофармливать. И ты, иначе я так не куплю Атос. Это бред конченый. Они играют вместе, у них есть варды. У них саппорты есть, у нас сапа нет. У нас вот один единственный саппорт был. И то что-то как-то. Вот здесь вард стоит. Опс. Стоит. 1000%. Он бы там не увидел сейчас ночь. Боже, как же он живет, этот Бадон, до сих пор еще. Все, пацаны пришли, помогают убивать. Но Акса, скорее всего, должны забирать. Акса забирают. Там Лего, правда, дуэльки одевает. И этого туда же. Жалко, что вот я вот не в такие моменты нахожусь рядом, потому что мне нужно в такие моменты быть рядом. Тогда будет очень много импакта. Вот так сделаем. Пехнемся. По идее, сейчас должен Атос себе добрать. Ну, такое. Ну вот Атоса не хватает максимально. Может, блин, продать эту аквилу нахрен. Жесть. Прям, ну, вот прям максимально не хватает Атоса сейчас на данной стадии игры. 16-я минута, конечно, Атоса нет еще. Но не можем фраг сделать один. Нужен фраг, чтобы забрать Атос с магазина. Это убивает постоянно. Реально. Ну это на этот, на колодец буду закидывать. Гоу. Гоу дофармливать. Жесть. Они очень активно играют, прямо от меня не хватает Атоса. Пацаны молодцы, стараются, а я вот сливаю игру. Сливаю игру. Ну, на самом деле варды сливают. Не знаю, я не хочу тратиться сейчас на варды, но варды бы уже максимально окупились бы. Сейчас Усеф еще может тут поднасрать. Как бы. У меня 1100 хп, и по идее я умираю просто с кнопок. А у меня ульт есть уже. Ульт есть. Хорошо, два крипа остается. Вот этот. Есть. Исеф мегакилл держит, пацаны. Ну вот она, инвиз равно неуязвимость. Все, есть. Атос. Все, let's go. Сейчас будем с Атосом играть дот. Коп Т2. Лего Дагер. Гем куплю. Да там не нужен гем, просто варды нужны и все. Вард стоит, гоу. Душить. Любого, килл любого. СФ лоу хп такой. Го сюда. Здесь сейчас попаду, скорее всего. Оп, хорошо. Хедшот. Четко. Татанька. Где там эта татанька? Блин, я прошел. Вообще не то сделал. Я руну возьму сейчас и пойду. Есть. Погнали. Ну, next, все, carry build выходим. Next, carry build выходим. Да, в миду, кстати, сейчас файтинги будут очень хорошие, если в мид пойдем. Саппорт там на трале очень хороший. Он понимает, что нужно делать, ставит варды хотя бы. Так, нужны дасты под СФ. Сэф сейчас, скорее всего, полетит на топ. На топе крипы собирается, поэтому на топе с топа он сразу полетит в таверну, если я заберу дасты и сейчас пойду принимать его там. Жалко, ускорения нету. Так, как виллу выключить надо. Давай, Сэф уже сейчас будет приходить туда. Он по-любому туда пойдет. На низу нету фарма. На топе фарм, на топе фарм, на топе крип. Лично я бы туда ТП сделал. Максимально, да. Сюда, хорошо. Сюда, хорошо. Отправили в инста-таверну, пацана.
Почему инста-таверна? Потому что он только резнулся и сразу. А, опять туда же. Это хорошо. Так, ну что, надо пацанам теперь помоги делать, бабушки. Пацанам, бабушки, помоги надо делать. Погнали. СФа не будет. Оу. Я не знаю, первым идти опять. Томбу разбить, давай, томбу разобьем. Разбивай томбу. Давай. Хорошо. Пойдет, это минус. Лего сейчас меня будет прыгать. Это тоже минус. Отлично, под аппаратом тут прям вещи делаются, ГГ. Так, ну этого не зацепим. От СК нужен дайгер. Вот СК. На будущее. Не Мидас, а дайгер. Если что. Вот так вот напишем ему. Дай бог, чтобы понял. А то какой Мидас нафиг. Надо стики продать, наверное, да? Потоп уйдет. Сейчас попробуем СФа забрать. Сюда, ТП. Не тратим ману. Ага, он в лес пошел. Ну попробуем сейчас через лес. Возможно, он если пойдет на руну. Сейчас вот тут главное поймать по вижену. Скорее всего, на инвизе даже бежит. Попробуем задаст ими. А, нет, все хорошо. Он просто собирает там душ. Тогда в наглую идем. Возможно, сейчас умру, но нужно попробовать. Аура есть. Давайте достанем. Отлично. СФ, а там нету душ. Слабый ульт будет. Хорошо, это минус. Отлично. Но сейчас легион будет сюда приходить. Или нет? Отлично, я сработал. Аппарат МХ сейчас напишет. 100%. 100%. Хороший момент. Дальше в Лотар выходим. Вырубай, говорит. Сын. Понятно. Все хорошо. Сын детектед. Отлично. Просто на чуйке работаем. Так, что там на низу? Аксы, да? Акса я тоже соло убиваю, но с ультом. Давайте ТП сделаем. ТП-шка КД. О, глиф есть. Хорошо. Забафаемся. Давай. Так, ну он пойдет на крипов. Отлично. У него дагер есть и БМ есть. Хорошо. Есть сюда. Все, это тоже мой клиент. Отлично. Так, ну ХП я очень много просадил. ТП-шку добьем. Не успеваю из-за челлинг-тача. Все, Лотар делаем. Опасно у меня сейчас тут стоять. Давайте закупимся сразу ПП-шечком. Дасты. Лотар появляется у нас. Лотар появляется. Это очень хорошо. Но у меня кончились слоты. Давайте, знаете, что сделаем? Ботл дропнем, наверное, на базе уже как бы. Можно его дропнуть. Побежали на базу смело. И, в принципе, так и можем работать. Соло сейчас выфармливать оппонентов. СФа надо захейчивать, чтобы он там максимально задизморалился и ничего не смог сделать. Будет отлично. О, Лего на топе с армлетом. Отлично. Просто красавчик. Так, дасты мне нужны. Ну, ботл надо дропать. Дасты берем. Погнали на топ. Через Лотар бэкстебаем. Даем пару кнопок. Леги. Но Лего, кстати, может все замедло себя снять. Это огромный минус. Огромнейший просто. Самый большой минус, который может быть. Так, куда Лего делся? Не фармишь ли ты там? О, а тут не фармишь случайно? Нет, хорошо. Потанка. Таранка. Жесть. Ну я чисто соло вылазки делаю, пока это актуально. Дальше потом тяжелее будет. Сэф на руне. К ребятам надо идти. Иллюзии он гоняет иллюзиями. Лего меня, по идее, убивает вообще. Ноль, но у меня есть армор, есть хп. В принципе, я должен как-то даже пожить подольше, что ли. Но у меня есть тут варды, которыми я могу попользоваться. Главное, почаще на карту смотреть. Если что, все будет огонь. Надеюсь. Давайте туда ульту закинем. Оп, хорош, ульта пошла. Ульта зашла, да? Ну, только в бедолагу зомби зашла. СФ со спины, это СФ, это настоящий? Да, это настоящий. Гоу-гоу-гоу в спину. Ой, я догоню сейчас. Меня ультовать будешь? Или жопишься? Хорош. Надо отойти отсюда.
Бедолага, Абадон один остался. Ну, я забрал там героя, но дальше ничего не могу сделать. Ульта в КД. Ульта в КД. Кликай. Еще кликай. Мало кликаешь. Я тебе игру пытаюсь сделать. Так, этого с руки. Этого с ульты. Сюда, это минус, смело. Но зомби подошел вообще не в тему. Успеваю? 70 хп. Есть, отлично. Хорошо. Хорошо. Варды, поставьте себе. Я Тралла забрал. Пока вы там дрочитесь. Давайте, надо забрать. Сейчас. Но пока что не знаю. Ну, команда вроде не пытается драться. Я не знаю просто, как максимально... Чем я могу помочь еще в таких ситуациях, когда там Лего душит, Томбу никто не сливает. О, вон СФ, погнали. СФ в смоках, под Лотаром. Вот сюда куда-то побежал, на руну, возможно. Надо по КД его, по КД. Просто пока он слабый, пока нету БКБшек. Надо убивать по КД. СФ сейчас крип максимально слабый. Вон он. О, Трал. Давай в Трала. Летану. Хорошо, это смерть, по идее. Должен умирать. Что ты хочешь? Мы заберем. Тоже умирает. Отлично. Так, ну минус 2 соло. Лего идет. Брат Легиона, побаиваюсь, честно. Честно, Легиона побаиваюсь, потому что там немереное количество дэмэдж. Аксевич стоит на врыве. Ну, с маной максимально жесткие проблемы у меня. Максимально проблема. У нас СК пока что ни хрена не делает, так он мидасовый. Поэтому понятное дело, почему не делает. Ну, next time Dagger, надеюсь, купит. Будет что-то делать. Потому что оно такое. Мидасовый СК, это... Лего с ДДшкой идет. Ну, попробуем перехватить ее. По идее, не должен я его убивать, да? Но если бэкстеб, но может убью. Хорош. Ты меня не убиваешь тоже. Тебя с руки пробью. Бедолага СФ. О, божечки. Просто бедолажечка на СФ. Заотосим его. Хорошо. Сюда. Хорошо. Там Скай погиб, бедолажка. Так, ну понакиляли. Жесть, киллы прям цепятся. Надо что-то в Скайде, наверное, уйти. Или в Линку. Там Лего вообще, желательно Линку делать. А можно сделать так, чтобы вообще быть жирным. И вообще в Сатаник тут что-нибудь такое бы еще зашло. Так, СФ, СФ, СФ. Сейчас по-любому полетит дефить низ. Давайте быстренько регениться и погнали на низ. Желательно через этих крипов. Хотя там уже много крипов. И варик тут тоже. Варик. Даст и есть, можно поесть. Так, СК все-таки, ну, СК странный. Радиенсовый, ну, без даггера даже. То есть от него особо импакта не будет, я думаю. Аба, мом, свари, не надо. Не надо. Лузы. Делай ВГ. Пусть делает вангуард. Так, ну что, ищем коньеров. Кто там ворует много. Делаем вот так вот. Зачищаем эту контору. Сильвер сделаем сначала. Короче, начнем через сильвер. Вард есть. Хорошо. Ребята там опасно ходите. Опасно ходят. Ну, жесть, надо вместе. Так, руна только что была. 20 секунд назад кто-то забрал руну. Я не видел, пока арте закупался, видимо, в этот момент. Так, есть. Надо ковыряться, ребят. На низу по-любому сейчас будет какая-то суета. Что самое, кстати, опасное. Ой-ой-ой, это плохо. У нас еще очень много запаса золота. Потому что мы не пушим. Снайпер Амом, Лотар. Не знаю, как он будет выигрывать. У нас лютая проблема с тем, что мы пока что не пушим вообще.
Это ГГ. Сан Кинга там сразу сольют, чтобы помогать. Абадона будет хилиться. Хорошо. Это минус. Так, СФ я минусанул. Но у нас ребята что-то теряются по позиционке люто. Давайте вот здесь вот сделаем. Вот так вот. Сильвер. Сильвер вообще можно легу отлично дизейблить. Сильвером. Дамаги все равно не хватает. Так, Ахевич. Жалко, жалко, жалко. Очень жалко, что не удалось то, что я хотел. Сейчас на низ будем ТП делать. Там очень много крипов. Вот сюда вот это тупое ТП было. Максимально тупое. Максимально тупое ТП. Так, а тут сейчас, по идее, руну кто-то захочет забрать, да? Вот этот чувачок, например. Давайте не будем мелочиться, уйдем просто. Просто мало ли лего сейчас будет прыгать? Да, жесть, как же у них жопа горит от моей позиционки. МХ, МХ. Это просто ужас. Как же они горят с меня. Так, вот это сюда. Это ужас просто. Дай-дай-дай, заберу тебя. Очень долго, очень долго. Да, опасно, я все, я сфидел. Очень долго я тут разбираюсь. Но его добивать надо. Хорош. Но это плохо. Пацаны, го вместе. Пожалуйста. Ну что это такое? Я один просто всю эту игру пытаюсь перевернуть, пока мои фидят или еще где-то дрочат. Вот даже забирайте их, но что вы их отпускаете? Че они боятся их? Они их максимально жестко боятся. Чего вы боитесь? Абадон рядом, у Абадона все есть, у Абадона есть кнопки. Вот, вот это уже хреновая драка. Они разошлись, те туда, эти сюда. Найс катка. Ой, жесть. Но нам СК не помогает, еще он, смотрите, что тарит. Радиенсовый СК. Или фармим, или как-то убиваем. Но жопа у оппонентов максимально горит с моего геймплея. Но у меня горит с геймплея СК, честно говоря. Что-то пацаны еще проигрывают. Легион сейчас фармит. А сам Кинг сам себе игрок там. Могут убить, выбить, а Егис СК не хочет. Бей, бей, бей. Он СК с Радиенсом. Приехавший. Ой, печалька. Ладно, будем потеть. Next party фактом. Вообще желательно сделать линку. Но надо что-то в урон просто сделать, чтобы вот так вот трала быстренько слить и уйти. Но я очень долго тут уперся, еще томба. Я надеялся на то, что томба раньше пропадет. На самом-то деле. Но не удалось. Не удалось, ребята. Так, ну по идее Акс сюда пойдет сейчас. У Акса там хоста, она только что апнулась. Скорее всего тут фармить будет сейчас. Уже зафармил всех в круг. Внизу крипов очень много. Пока что все плохо по игре. У нас и керри очень слабый. О, да и лего там соло уже убивает. 280 урона. Ну, а не, это ГГ. Это ГГ. Сколько мне тут не потею, мне кажется, все равно не потяну. Пойду куда-то соло. Соло меня убьют. Свою команду тянуть за собой. Не получится. И умеет забирать фарм. Акс. Лего. Лего у Егис, по идее, сейчас будет падать. Лего Егис, по идее, падать сейчас будет уже. Трала бы убивать по КД. Тоже он очень много грязи делает. У Трала очень сильная кнопка. У него аганим тем более уже. Ну там саппорты. Там 5 игроков, а у меня хз сколько игроков. Вот она проблема основная. Основнейшая проблема это то, что... Ох, Юл, как хорошо зашел ему. Опа, я умер, да, пацаны? Мне даже никто не поможет. Он, Легион, просто спокойно идет, меня кнопки нажимает, сам Кинг даже ничего не нажимает. Просто пофиг. Ладно, я байбайкнусь, попробую что-то сделать. Потому что на этот трэш максимальный. Просто крипы. Крипы in my team называются. А Ега кончилась у пацана. Жесть.
Это просто трэш. Но вы сами видите все, ребят. Просто пацаны делают, что хотят на этой карте. Просто максимально, что хотят. У Леги Аегис четко кончился. Это радует. Я попробую сейчас забрать Акса. Ага, видели, кровь вот тут была? Он фармит. Сейчас на этом кемпе, скорее всего. Так, тут никого нету. Есть. Тавр. А, успеваем что-то забрать, надеюсь. Просто все в меня бегут и все. Пацаны стоят. Чилят, отдыхают. Давай, давай, давай. Ну попробуем забрать хотя бы что-то. Мутараканьку вот эту сразу надо минусануть. Замерзнет сейчас. Томбу, 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 томбу разбей. Томбу разбивай. Да томбу ты разбей, господи. Мы не убиваем его. Не можем пушить. Блин, как тяжело, да? Вот, не знаю, вот прочувствуете вы эту игру или нет, но типа это вообще максимальный трэш. Не пушить, не драться, ничего не можем абсолютно. И саппорта даже нет. Ой, опять ноет, да, наверное? Скажу. Ну потому что по игре тут вообще ничего не делается. Го, на базу сходим. Че, СК в АФК ушел? Линку делает, да? СК, кстати, молодец, додумался юл купить. Сейчас с юлом уже не могу его убивать. Тяжело. Тяжело. Если он сейчас по топу дальше пойдет, надо ТП делать. Нет, не идет по топу дальше, да? Давайте варп поставим в лесу. Погнали. Такой херо-киллер у нас получается, но... Так, кого там, Абадона убивает, да? Это классика жанра. А, нет, драка. Превратилась в драку. Ган превратился в ган. Давайте вот здесь поставим. СФ, скорее всего, на этом кемпе сейчас. Туда слишком далеко и глубоко идти. Не варик вообще. Очень глубокий дайв будет. Байбаек. Нифига себе. Но сейчас будет Акс влетать, да? Я ему кидаю. Разнесут сейчас быстренько. Ну, два героя минус сразу. СК живет или умирает? Хорошо, сейчас замерзнет сейчас. Не замерз? Осуждаю. Лего будет тут играть сейчас доту? Гоу. Иллюзия, иллюзия. Забайте. Бей, 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 бей. Бей, бей, бей. Ну, что ты боишься? Лего, лего, лего идет. Вон он. Иди сюда. Я тебя сейчас уничтожу тут на СФ. Да пофиг мне на твой ульт. Крип. Вот он, вот он. Hero 4. О, это такая ГГ сейчас будет. Надо ТП-шку юзать. Ой, замерз там, пацан. Ой, блин, там юл, да? Браза, поможешь? Тут у меня проблемы небольшие в виде крипа большого. Хорош. Снайпер раздамажил. Ну, красавчики, наконец-то, наконец-то пошел тот самый геймплей мужской любви. Хорошо. Дырявые на леге. Начинается, уже все, начинает своих плеймить уже. Это хорошо, это значит хорошо. Так, лего убивает там, да? Печалька, это плохо. Это плохо. Так, ну что мы должны далее сделать? Далее, ну сейчас ТП на топ будет. Давайте быстренько закинемся расходниками. Расходниками закидываемся. Ахевич идет. Ахевича должен убивать. Даже в БМ. Задолбим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это страшный оппонент идет там. Хорошо, этого задушили. Так, ну вообще я очень хочу сделать что-то, может даже в дамаг, чтобы такое побыстрее сливать. А лучше скади, конечно, на жир еще. Но скади в жиру мне не поможет особо. Там в миду СФ, да? Давайте пофармим. Постоянно файты, жесть. Типа файты, 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 файты. Вот это заблоченный кэмп. Дамаги, кстати, очень много у аппарата. Тоже 116 урона, это очень хорошо по меркам игры. Б. Вы там одни. О, ГГ. Ну, я ультану туда, маловероятно, что там что-то получится. СК кастует. Ульта хорошо летит туда прям. Прям в топку. Попадаю? Ох, как хорошо. Просто, просто отличный ультимейт. Сказочный. Так, ну нужно ТП-шиться. Нужно ребятам помогать. Гоу. Сразу бафаем себя, погнали. СФ, первую цель.
И ульца, брат. И ульца. Да, верно. Хорошо. Следующий, поехали. Ты что там мне накидываешь, браконьер? У меня, смотри, сколько замедла. Вижена не хватило. Так, вижен, вижен, вижен. Сюда пойдешь, да? Не пошел туда? В смысле? Он на речку пошел, да? Куда пошел? Ладно, пацану помогу своему. Снимем дамаг. С него, чтобы не сильно дамажил. И бей с руки просто. Хорош. Где этот псих? А, вон он. Увидел, на низу. Должны додушить его. По идее, на ТПшке пойдет, да? Да-да-да, вижу. Он сейчас на речку, по идее, свернет, да? Вижен есть? А если найду? Нет, туда на речку не свернул. Сюда пошел. Хорош. Печалька. Может, молнию лучше сделаю? Молнию, может, сделаю. МХ! МХ, хина здесь МХ, понимаю. Бан пишу, говорит. Давай. Давай. Хорошо. Давай, бан пиши мне. Роша. Ребят, Лего заберет. Он, по идее, уже там, я так чувствую. Нет еще. Так, у меня есть 4000. Надо уходить отсюда. Так, 400, да? Очень хочется молнии сделать, ну и до скади тут копейки. Со скади я вообще никого отпускать не буду, но мне не хватает мобильности еще чуть-чуть. Хоста, ну хосту, по идее, если не брали, значит, рошню тоже не брали. Молнию вообще можно сделать с молнией, очень быстро разносит. Тук-тук-тук-тук-тук. Абадон может забрать. Кстати, рошу. Красавчик будет. Так, на топе. Ага, два есть. Опа, Легич туда прилетел. Нифига себе, Лего, вот он, пошел на Рошана Легион, но не получилось у него. Не получилось. Жалко, жалко, я ультом не попаду. Очень жалко. Очень жалко, что ультом не попадаю. Да, такое себе. Ну, Рошу надо тут стоять, стережить. Стережить. Сторожить надо. Рошана. Олега вот сюда в кэмп ушел, 100%. Крипы на топе. Вот на топ зря я не пошел. Что там на топе-то? Он Лего зашел, зашел. Зашел. Давайте ультану туда. Брат, я бегу. Души его. Души его, я к бизнесмен. Ну, тут буду догонять. Оп, хорош. Секс-конструктор. Получается. Бадон, красавчик. Прям максимально много. О, Лего все, отпустил Рошана. Отпустил, он его не забирает. Так, скади, давайте сделаем. Так сказать, ледяной прогресс будет. Скади. Даже не спрашивайте, почему. Сейчас Лего убьет снайпера, походу, да? А, нет. На ССФ. Боже, позор. И этот пацан обвиняет всех в МХ. Это Роша, да? Там вар, да пофиг на этот вар. Рошану забрали. Чарк. Так, Томбу слил, да? Хорош. СФ взял руну. Ой, руну. Ну, вы поняли. Егис. От КГ. Есть скади. От тавров. Надо, знаете, что сделать? Сделать соло-вылазку какую-то, такую, чтобы не сдохнуть. И внести этим самым импакт. Максимальный, какой я могу. Вот, например, на топе сейчас Ахевич. Протепешимся на топ поближе. И побежали. Акса я забираю за замедло, за все. Он будет по-любому сейчас ломать крипов.
парни хоть и в миду, там он сейчас заберет пачку крипов и, скорее всего, попытается уйти через, через речку. А, нет, он даже не захотел. Давайте бэкстебаем. Хорошо, и ломаем его просто. Ребята умирают, да, там? КГ. СК пошел сплит пушить, а меня тоже нету в драке. А это очень плохо. Я Акса минусану. ХГ, если пошли, кстати, не дрались Т2, было бы намного лучше. Так, ну я ТП-шусь. СФа забрать надо. Юл есть? Давай. Минус АЕК. Ну и минус ХГ у нас, походу, да? Закинем ульту аппарата. Наперед. Лего задушил. Так, ну потно, потно, потно. Регенимся пока. Хорошо, отлично. Отлично, дальше, 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 дальше. СК, го-го-го. Я сейчас помогу, я помогу. Подстань, брат. Отлично, красавчик, лучше. Погнали дальше. Дабл килл. Работаем. Сейчас СФ, а вот здесь где-нибудь нагоню. 100%. Но у него инвиз тоже. О, хорош. МХ помогает, слушайте. МХ помогает. Ты замерзнешь, дуралей. Зачем ты меня поднимаешь? Сюда. Тупой, говорит. Сам тупой. Тебя только что саппорт убил. МХшный, говорит. Варды стоят, он говорит, МХ. Го сторону попробуем, пацаны. Так, 2700. Зря я на мид тпхнулся, да? СК надо было помогать. Максимальный колд. У меня здесь. Ну, КСК сейчас будем ульту кидать. КД, брат. КД, братик. Дорогой мой. Так, как вилла себя изжила, по-моему. Сейчас дамаг будем уходить. Вообще лучше, наверное, молнию сделать, да? Блин, молнию не хочу. Давайте уже в дамаг будем выходить. Сатаник бы еще сделать. Кирасу что-нибудь такое, чтобы не пробивал чел на леги. Давай. Иду, пацаны. Блин, на топе бы дефнуть крипов, да? Что если бабочку сделать? Почему бы и нет? Отличный ульт, да? Хорошо. Сразу минус акс. Отлично. Пацаны, я тут. Не боюсь. Томбу бы забрать. Вот этого пацана можно еще. Лего, скорее всего, в меня будет прыгать. Отлично, good like. Бабочка имеется почти. За медло пошло. Имеется. Мид. Погнали, пацаны. А он там ББ пишет. Какой я ББ, брат? МХ не поможет. Сюда. Блин, красава. Наконец-то у меня радость такая, на самом деле, с команды. Потому что я люто выгорал все эти игры. Потому что команда максимально... плохо дело. Год две стороны им снесем, я бабочку сделаю. Бабочка, чтобы, если что, блин, раздамажить. Нормально. Вот туда. Ты куда прыгаешь, брат? Опа, СФ прыгает. Сюда. Я тебя с руки убью. Максимальное замедло, поехало. О, ты сладенький дает. Лотарчик. Сюда. Хорошо, заслуженно, смело просто. Сюда, СП. Хорошо, просто заслуженная катка. МХ, говорит. Да какой я МХ, господи. На канале увидишь свой видос. На канале все найдешь. Увидишь свою игру. Все, готов, иди сюда. Соло, говорит. Отлично. Ох. Хорошо. Тогда сорян, говорит. Сорян, говорит. 5 минут назад. Я твою маму, ты конченый МХшник. А сейчас сорян, бро. Понимаю. Вот она. Вот она радость, да? Хорошо, но я искренне рад, что наконец-таки такая красочная игра попалась мне за 10 игр. Это вообще по кайфу. Готов. Готов. Доломаем. Привет из Краснодара, говорит. О, понимаю.
Хорошо. Так, ну что, домиком, наверное, закончим, да? Так, прыжочек. Не знаю, опасно, конечно, так ТП-шиться, но гоу, попробуем. Хорошо. Хорошо, наламываем, пацана. Надо выйти отсюда, с этого поля. Скорее. Эх, я не достаю. Надо ему сразу возвращать меня. Хорошо, регенимся. Лего. Лего пришел. Хорошо. Так, ну что, доламывать, по-моему, смело можем. Они дезориентированы, они слабенькие. Я в инвиз зашел, кликаю как бешеный, все, можно драться, да? Отлично. Жи-жи. Ребят, ну вот такая катка у нас получается керри билдом. Надеюсь, она вам понравится. Очень интересная, агрессивная игра получилась у нас сегодня. И в целом, на этом, наверное, уже будет тут заканчиваться гайд. Почему нет? Отлично, по-моему, получилось. Души. СФ сейчас тоже поставим на колени. Жи-жи. Жесть, посмотрите, как у них горит с этого геймплея. На самом деле, отличная игра. Можно сказать, большинство в соло моментов, но и без команды этого бы всего не получилось. ГГ. ГГ. Хорошая игра. Ребят, на этом я заканчиваю гайд на аппарата. Пишите свое мнение, какие игры вам понравились больше. И самое главное, не забывайте, что теорию обязательно нужно смотреть для того, чтобы хотя бы вот так вот исполнять. А на самом деле, вообще, в целом, интересная катка получилась. Очень много тут было негодований со стороны оппонентов. Типа МХ, не МХ. Но все банально. Все намного банальнее. И, в принципе, по моей макре, которую вы сейчас видели, можно понимать, как двигаются оппоненты. И, соответственно, делать соло-фраги. Через АТОС. Прям вообще пушка заходит, ребятки. Всем рекомендую аппараты через АТОС. Это намного импактнее и намного профитнее, чем аппарат через ЕУ. Ну и в принципе все, ребятки. Обязательно поставьте лайк за такие игры. Давайте, ребятки. С вами был Ксаназ и до скорого.